Стас, привет. Привет. Твое знакомство с трейдингом. Как это было? Это был, естественно, Форекс. Я думаю, как и у большинства. Это был конец 2014 года. Я пришел на Форекс, но там я недолго был. Где-то с полгодика, наверное. А вообще, если с самого начала хочешь, да, зашел на Форекс... Лет мне было, наверное, 14-15, я постоянно увлекался, ну, типа, там, отец новости смотрит, и я постоянно задавал вопросы, типа, вот откуда курс берется, вот что это такое, почему доллар сегодня столько, евро столько, а потом, что там, что такое ПАО, ОАО, мне постоянно это интересно было, отец толком не знал, не мог сформулировать четко, ну, как так, мне там что-то там отвечал, мне постоянно было интересно. Потом, ну, это я просто сейчас уже спустя время анализирую, что мне изначально какая-то тяга была в эту сторону. Хотя ничего я не знал вообще о рынках, вообще ноль. Финансовой грамотности ноль было и понимание, что это такое. Потом, 18 лет, я ищу работу и натыкаюсь на Форекс-контору. Тогда я еще не знаю, что это такое. Мне кажется, что это круто. Угу. Я устраиваюсь туда менеджером на телефон, прозванивать. Колл-центр. Да, колл-центр. Даже не помню, там какое-то было такое пафосное название, что-то там, групп, альфа, что-то там. Альпари было. Не-не, Альпари это, да, такая типа официальная контора, а это какая-то вообще ноунейм, просто они супер красивое название выбрали себе. У нас есть тут деловой такой центр офисный, такой высотка стеклянная. И вот они там офис сняли, все было круто, пафосно, выглядело здорово. Вот там я проработал недели две, звонил людям в Новосибирск, уговаривал их положить $1000 нам на счет. Форекс-контору. Спустя пару недель я понял, что какая-то шляпа вообще, что это что-то происходит не то. Прям сорвался оттуда и ушел. Это вот мое первое было знакомство. Но тогда вот там у нас были теоретические занятия, типа нам показывали видос. Если знаешь, видос первый, ну, может быть, не первый, у United Traders был «День с трейдером». Да. Вот. Я помню. Там, по-моему, Костя зовут, да, трейдера. Я не помню, как его зовут точно. Но вот там, типа, его день снимали, там они так прикольно сделали. Вот этот видос нам показывали. Типа, вот смотрите, вот куда стремиться надо. Антон про это видео рассказывал. Это вот первое, что я увидел. Я тогда, у меня как раз глаза загорелись. Я такой, нифига, что-то у них там мониторы, что-то там делают, нифига. Думаю, сейчас я здесь на телефоне посижу. Мотивировался тогда. Да, на телефоне посижу и тоже в эту сторону уйду. Ну, потом я понял, что вот этот форум. Форекс – это шляпа. Ну, точнее, я ничего не понял, что Форекс – шляпа. Я понял, что вот это звонить – это вот какой-то бред. Типа, что я там… Меня люди просто откровенно на три буквы посылали постоянно, потому что, во-первых, я не продажник, а во-вторых, что это такое. Потом, спустя какое-то время, я там устроился в банк и напоролся на одного знакомого, с которым я познакомился вот в той конторе. Он уже работал в Форекс-брокере… Блин, честно, забыл название, но такой известный форекс-брокер, такой кидальщик. Вот, я его там увидел, точнее, он мне где-то в соцсети попался, я увидел, что он там работает, и я такой, блин, надо к нему обратиться, может быть, я как-то зайду в рынок, там, денежку кину, что-то начну как-то торговать. Я к нему обратился, он такой, да-да-да, давай, меня там к новичку-менеджеру отправил, со мной они там поработали, якобы аналитики они были. Все, что они мне советовали, это тогда был сплит Apple. Ну, на Форексе это CFD-шки были, конечно, это не сами акции. Они мне советовали покупать сплитованный Apple, и Twitter тогда залистился. И вот я покупал Apple и Twitter. Я причем, типа, скальпел. Я, типа, сегодня купил, завтра продал. Потом смотрю, дальше растет. Еще раз купил, еще раз продал. Что такое теханализ, что такое графики, я вообще ничего не знал. Тебя взяли прямо туда, в офис, к ним? Или это... это я пришел как клиент, я прям бабки им положил. Я занял денег у отца, попросил, говорю, вот такая тема классная, вообще сейчас иксанем и заживем, и будет круто. А отец доверился, такой, все, да-да, давай. И тогда он мне дал...
что-то с 1180, по-моему. Там еще курс был... Там курс как раз начал расти в конце 2014 года. Там еще 35 где-то было, вот что-то вроде того. И, по-моему, 5000 долларов, по-моему, положил туда. И в конце 2014-го там уже что-то он был под 65. Ну, это я имею в виду август, я туда зашел. А, август, окей. А потом, а потом еще такая темка была, что я там начал зарабатывать. Я Apple покупал, вот этот Twitter, они постоянно росли. В валюты я не полез, потому что валюты я там пару лосей получил, и что-то мне не понравилось. А вот эти Apple, Twitter я постоянно покупал, продавал, типа там по 200, по 300 баксов. И уже через месяца три у меня удвоилось депо. Нормально. И я такой, а они там еще бонусные 2000 накинули от брокера, типа вот вам бонус, типа торгуйте, все круто. И я уволился с работы, уволился с банка, говорю, все вообще, все, да нафиг мне это надо, сижу просто себе с телефона, просто с телефона купил, продал. Даже график там не смотрел тупо, просто цена типа, ты купил? У тебя там раз через пару часов плюс 200 баксов. Ну, нифига себе, продал. Все, здорово. Ты тогда уже понимал, что такое скальпинг? Нет, вообще ничего не понимал. Вообще, я даже не понимал толком, из чего трейдинг состоит. Я говорю, я даже графики не понимал, что там таймфреймы есть. Вообще ничего не понимал, вообще. У меня, типа, вот этот аналитик был, которого я иногда писал, спрашивал, типа, а что сейчас можно еще купить? А он тоже, я вот сейчас понимаю, что он тоже полный ноль, он просто, типа, им там что-то говорили в офисе, а он это ретранслировал. Да. А в августе я туда зашел, сентябрь, октябрь, как раз курс пошел вверх, а я еще выводить начал, и у меня там с каждой недели курс все выше и выше, я вывожу, и мне все приятнее и приятнее, я вообще классно, я там еще друзьям показываю, брату показываю, заманиваю, говорю, пошли туда, вообще классно, что ничего делать не надо. Вот. Ну, где-то половину я вывел из тех, что я завел. Получается, где-то 1002 долларов я вывел. Естественно, их сразу все тратил, то, что выводил. Потом начались блокировки всяких выводов, ограничения под предлогом, что типа там, ну что-то, что у них там типа какой-то большой поток заявок, потом даты какие-то обозначили, потом все равно блокировали. И потом в какой-то момент, естественно, Apple и Twitter перестали расти. А я не знал вообще, что можно шортить. Я вообще ничего не знал. Я просто их покупал. Ну, то есть ты работал только от лонга? Только от лонга. Угу. Я просто покупал Apple и Twitter. И в какой-то момент они перестали, естественно, расти. Это как раз был где-то конец октября, ноябрь, что-то такое. Я покупал, смотрю, там минус 300, минус 500 долларов. Что-то, блин, закрывал. На следующий день снова покупал. Снова минус, снова закрывал. В какой-то момент слил такую неплохую, ну, по-моему, половину счета, что ли, слил, и начал, ну, уже тильт пошел, видимо, какой-то, типа, что за фигня, я уволился с работы, все было круто, да. Все деньги, которые выводил, потратил, а что делать-то надо? Я полез на валюты, я начал что-то на валютах, и тоже без графиков, без теханализа, вообще без всего, просто, типа, вижу какой-то там доллар, японская иена, или как там, или что-то там, канадский доллар. Куплю. Да, и просто такой куплю. Покупаю, оно тоже что-то раз в минус. И другое покупаю, оно тоже в минус. В какой-то момент психанул, залился, по-моему, и в Apple, и в какую-то валюту, и что-то еще. И ушел как бы на перенос. А там еще свопы за каждый этот перенос берутся. И что-то я на следующий день, там сессия открывалась по Самаре, по-моему, где-то в 5:30. У меня еще график, этот режим дня был такой тоже испорченный из-за этого. Типа я всю ночь мог кутить, какой-то фигней заниматься, смотреть фильм или еще что-то, поспать до 3 часов дня, проснуться, и как раз вот он, рынок открывается, и типа я вот сижу такой деловой, торгую. И вот в один прекрасный день я вот так вот просыпаюсь, открываю в 5:30. Там этот был, по-моему, MetaTrader на телефоне приложение. 4-й, по-моему. Открываю. И смотрю, на счете минус. Минус 2 или 3 тысячи. Я не понимаю, думаю, что за глюк? В смысле? У меня вчера было там 3-4 или типа около того. Не понимаю, что такое. Обновляю, перезахожу, уже начинаю потеть, там ладошки потеют, не понимаю, что такое. Потом смотрю на график и вижу, смотрю там отчет по сделкам и вижу, что меня просто там отстопило, размазало вообще нахрен там куда-то. И по валюте, и по акциям, и везде. Там что-то новостное было или это... Я честно не знаю, потому что брокер я даже не знал, нарисовал, где это посмотреть и как это вообще понять. Единственное, что я понимал, что я... Точнее, не то, что понимал, я подумал, что нифига, я сейчас должен брокеру этому. Я вообще там весь был на депрессии, в панике.
пошел в этот же день с другом бухнул. Не знаю, еще и отцу надо же что-то говорить, еще же деньги-то пропали, а все, что я выводил, я проел. Я что-то вообще... Я какое-то время даже брокеру не писал, не звонил. Они мне тоже не писали, не звонили. И я что-то вообще выпал на какой-то момент, начал что-то думать, что там, какую работу искать, что-то еще. А потом в какой-то момент, еле через две, мне позвонил этот менеджер, спросил, он причем даже не в курсе был, что я слился, он такой спрашивает, как у вас дела, как торговля идет? Я такой, да вот как бы минус 2000 там на счете, типа, я вам что-то должен или как-то, я там начинаю спрашивать, типа, что с этим делать? Он такой, а, да, ну, бывает, типа, да, плохо, ну, ничего, ничего, типа, забейте, приходите еще, возвращайтесь, типа, там. Обалдеть. Ну, типа, им, все равно, я так понял, блин, вот жалко, я забыл название, очень такой популярный брокер был одно время. Форекс-клуб? Не-не-не, не Форекс-клуб, а... Да, не вспомню сейчас, оно как всегда специально. Я так, как я понял уже там, спустя время, что я когда вот только пришел, занес им деньги на счет, вот все, я уже с ними попрощался. Они бы уже не дали мне их вывести. И скорее всего это... Не скорее всего, я знаю, что это была кухня, сделки сводились с брокером. И там как бы просто вопрос времени, сколько бы я им еще отдавал денег. Дальше, тогда как-то уже перешел на нормальные рынки. И вот хорошо, что это быстро произошло. То есть в августе я зашел на Форекс, спустя месяца три я полностью слился, понял, что какая-то шляпа, начал искать работу. И вот пока искал работу, просто где-то на каком-то сайте типа HandHunter напоролся на вакансию трейдер. Смотрю, причем я уже как бы научен, что Форекс вроде как это нехорошо. Я смотрю, а там написано «Московская биржа». Mm-hmm. Типа рынки «Московская биржа». Тогда еще, по-моему, была украинская биржа еще была. И это Алаб оказался. Я смотрю, вакансия трейдера, нифига себе, прикольно. Дай-ка попробую, я же уже с опытом. Если вы хотите научиться торговать на Московской бирже и присоединиться к нашему сообществу трейдеров, оставляйте заявки на нашем сайте logcap.ru, ознакомьтесь, пожалуйста, со всей представленной там информацией. Если же останутся вопросы, адресуйте их в нашем сообществе ВКонтакте. Все ссылочки на наши соцсети будут в описании к этому видео. Давайте продолжим. Я еще там в анкете также написал, есть опыт торговли. На финансовых рынках. Да, на финансовых рынках, там и валюту торговал, и акции. Вот, и там нужно было тест пройти как раз в Алабе, тогда на бесплатное обучение. Типа там давалось 2 недели на подготовку теоретическую, там они какую-то кучу материала давали. И потом, типа, а-ля экзамен, тест на 100 вопросов, сдаешь, попадаешь в Алаб. Я прям к этому так ответственно подошел, 2 недели сдавал. Точнее, 2 недели я учил все это, прям заучивал. Тогда я познакомился как раз с тем, что такое теханализ, что такое график, что такое фундаментальный анализ, что такое вообще биржа, как эти рынки работают и так далее. Вот Алаб дал такую теоретическую вообще вот эту базу. Сдал этот тест, там я прям кое-как там прошел по баллам. Попал в Алаб, дали 100 рублей на счет, 15 рублей просадку. Все, на, торгуй. А каким был путь именно вот в этой части твоего, не знаю, как обозначить его, опыта, до первых выведенных средств с фондовой биржи? О, это тоже сложный путь. Меня еще обычно, когда там на трансляциях спрашивают, типа, сколько у тебя времени заняло до первых денег, я всегда затрудняюсь четко ответить на вопрос, потому что в Алаб я пришел в начале 2015 года, где-то это был март, примерно февраль-март. Первые заработанные деньги у меня были выведены уже в 2017 году. Но это уже был не Алаб, это уже был другой профинвест. И туда я пришел через самостоятельную торговлю, я пытался сам потом фьючерсы торговать. В Алабе я продержался где-то 9 месяцев. А почему тебе не хватило там на подольше? Что тебе не понравилось? Во-первых, в Алабе я как-то не просек фишку, что нужно в команду куда-то организовываться. У меня не было команды, не было наставника. Единственное, что я делал, это смотрел мастер-классы. Благо, там они были каждый день по несколько штук. Mm-hmm. Смотрел там вот Саша Павлей, там Лобанов Дима, Киндиров Артем, вот все их. Я смотрел потом Дима Цветков тоже начал еще вести. Вот на всех на них я как раз и выучился. Пересматривал там всякие записанные курсы.
в какой-то момент даже раскачался, я там, ну, рублей до 900, по-моему, я счет раскачал максимум вот за эти 9 месяцев. И, во-первых, не было понимания, как нужно именно правильно торговать, что нужно в команду организоваться, что нужно подходить к этому как к работе. То есть я мог спокойно проспать открытие, мог там пойти погулять вместо того, чтобы торговать. Как-то мог спокойно моржануться там одной сделкой где-то просто на тильте и вообще забить на это. В общем, несерьезно подходил, и не было кого-то, кто бы мне сказал, как нужно делать правильно. И в какой-то момент, спустя 9 месяцев, я такой... У меня на горизонте просто замаячил один знакомый, который, как оказалось, торгует самостоятельно, ну, просто у брокера где-то там, у Финамы или у Альфы, у какого-то брокера, просто торгует на фьючерсах сам. И вроде как успешно торгует, как мне тогда показалось. Он там снимал себе офис, из офиса торговал. И он такой начал мне тоже предлагать, типа, что, пошли ко мне, я тебя там научу, тоже что, будем что-нибудь вместе делать. И я такой, действительно, а что я здесь эти вот просадка там 50 рублей, что я эти копейки ковыряю, что это за бред вообще, какая-то фигня, ничего не получается. И тогда я не знаю, может, ты помнишь, не помнишь, был участник, в 15 году были рулеты, которые я, естественно, не раскусил, потому что я смотрю, что-то топы есть, все в Discord, тогда Red Call был, все, в общем, Red Call, все пишут про эти рулеты, что-то рассказывают, я вот вижу рулеты, я не понимаю, как на нем заработать. Непонятно, вот. как его использовать? В упор вообще не понимаю. Я под конец, когда уже рулеты перестали отрабатываться, я догадался, как нужно этим зарабатывать. Естественно, они начали выносить. Тогда все начали ругаться в Red Call'е. Начали ругаться. Кто-то даже иногда, я смотрел, начали изображать рулетов, там, ну, всякая вообще дичь началась. И потом был участник на ММК, который раздавал. Он сначала в одну сторону протолкал, кидал прострелы, в обратную сторону и снова кидал прострелы. И вот на этом чуваке я вроде как что-то получалось. И вот когда я спустя 9 месяцев вот задался вопросом, что за фигня, что я здесь маюсь какой-то фигней, копейками, я в этого участника на ММК залился. Просто на все депо, все, что было. Я тогда ни разу так не делал. Я просто такой залился, типа, будь что будет. Либо сейчас качнусь, либо сольюсь. И в этот раз он не отработался. Он пошел всех выносить, и меня моржануло просто на весь депо. Сколько было тогда? Рублей 700-800. И у меня там, по-моему, рублей 10 осталось. Что-то такое. Меня прям моржануло там знатно. Вообще жесть. На этом участнике. И я такой... Ну и все, и ладушки, и я пошел, короче. Слушай, казалось бы, да, говорим о каких-то незначительных суммах, а да. Как они тяжело добывались, это же... Да, да, причем сколько получается, 8 месяцев я крапел над этим, переживал, смотрел герчика, составлял себе эти, у меня доска над мониторами висела такая железная, я туда на магнитиках вешал правила торговли, всякое такое, естественно, не соблюдал. Но, да. Так, слил. Дальше как получилось? Слил, пошел к этому знакомому осенью 15-го, получается. Начал торговать, он мне выделил какой-то счет, типа там а-ля 15 тысяч рублей или 20 тысяч рублей. И вот, типа, вот торгую одним конем. По-моему, на РТС даже хватало. РТС один конь, там, Сбербанк, что-то еще. Сишку, по-моему, не трогали. И вот он, типа, мне показал, как нужно торговать. Причем я даже с той небольшой базой, которую мне дала Лап, уже понимал, что что-то он не то говорит. Когда вот я к нему попал, я такой, блин, по-моему, он не знает, что он говорит. Уже спустя время я с ним, с этим знакомым, пробовал. Он мне немножко давал денег на пожить, там, 10 тысяч в месяц, по-моему, или что-то около того. Но я где-то 3 месяца с ним пробовал, проторговал. Он мне все говорил про то, что сейчас мы создадим фонд какой-нибудь, будем привлекать деньги у людей, будем на них торговать. Это я знаю таких ребят, да. Да-да-да. А потом, как я понял уже, когда опыт приобрел, я понимаю, что этот человек просто попал под удачный рынок 14-15 года, когда там покупаешь РТС, он растет условно, там, или Сишку покупаешь, она растет, и ничего особо делать не нужно. Он на этом там несколько миллионов себе заработал, купил машину, и на пару миллионов он сидел, торговал, ну, типа там вот Ришечку, Сишечку, и все, собственно. И вот он думал, что он все понимает. Все равно успешная такая... Ну, как бы да, но история. По итогу он там спустя год он слился полностью. Уже, насколько я потом слышал, слился, продал машину, уехал там обратно в деревню жить. В общем, да, такая... Немножко не получилось у него на рынке. Не справился с успехом, не адаптировался, да? Но я такой, я ушел от него и такой, все, надо самостоятельно торговать. Надо самостоятельно, сейчас на фьючерсы приду, сейчас все полетит.
Сейчас я ягерчика насмотрелся, я теорию теперь знаю, в Алабе я был, стаканы я знаю. Все, сейчас я начну. Я составил себе торговую стратегию, до сих пор она у меня лежит. Несколько там листов А4, там, наверное, 30 страниц примерно, где я расписывал, что я торгую, как я торгую. Торговал я якобы по герчику, отскоки, вот эти ложные заколы уровней и отскоки. И там типа вот все так красиво было нарисовано всегда. И я по графику тоже искал эти точки. Вроде все красиво, но постоянно либо стоп, либо бу, либо стоп, либо бу. А если возьмешь одну сделку, потом следующие все равно опять стоп, и там три подряд. Журнал сделок я вел, причем, по-моему, от руки даже заполнял. Да, у меня эти тетради лежат дома. Иногда так раз в год так открываешь пожать. Там друзьям скидывал тоже все посмотреть. Равно ностальгия все. Так. Да, да, да. У меня тоже есть эти тетрадки. Забавно вот эта наивность, вот эта начальная, да? Да, да, да. Эти торговые системы, я торговую систему называл. А знаешь еще, так смешно, когда ты читаешь, и вот ты читаешь, и ты понимаешь, что тогда ты такой был в, ну, в таком эмоциональном состоянии, обиженный на рынок. Я причем потом уже, через год, уже в пропе я вел психологический дневник, и вот там я прям записывал эмоциональные такие себе послания. Вот это реально забавно прочитать, где вот я там... про это, да. Да, где я там себя всякими словами называю, говорю, иди на нормальную работу, там всякие забавные цитаты есть. В общем, проторговал самостоятельно я тоже недолго, где-то пару месяцев, так как либо месяц был в ноль, либо в минус, ну, там, скорее, в минус был. Я, естественно, задался вопросом, блин, ну, что такое, я вот должен зарабатывать, мне нужно уже, я уже должен был эксануться, что за фигня? Я вообще в трейдинг пришел, потому что, типа, по-быстрому заработать. Вообще, изначально такая цель была. По-быстрому и желательно вот без знаний, и чтобы не много. Сложно. Да, да и желательно много. А тут что-то не идет два месяца, и ничего не идет, результата нет. Что за фигня? Сижу как бы каждый день, вот это прихожу, нафиг оно надо вообще. И, знаете, начал изучать дальше рынки, просто теорию. Начал пылесосить вообще все, что есть. Там видосы со смарт-лаба Мартынова, всякие там резвиковые, герчики, вот все, что было. Тогда немного контента было в Ютубе. Было немного, но вот все, что было, да. Вот United Traders, вообще все, что было, я все максимально искал, смотрел. Много было всякой чуши. Но даже всякие там, если кто знает, Глеб Задоя, всякие вот эти Форекс-гуру, якобы тоже смотрел вот это. Такая дичь, конечно. В общем, не гуглите, не смотрите. Это ужас. Все, начал это пылесосить, начал изучать вообще Мосбиржу, начал изучать, что такое облигации, что такое опционы. Начал пробовать опционную торговлю. Посмотрел, потому что видосы... По-моему, Илья Пахомов, не помню точно имя, возможно, я ошибусь, Пахомов фамилия, на Мосбирже он там, или на Санкт-Петербургской бирже, он преподает прям опционы, курсы у него есть. Он такой нормальный дядька. Я тогда вот его послушал какие-то в свободном доступе записей, услышал, что есть дельта-нейтральные стратегии на опционах. Меня это настолько поразило, у меня просто был когнитивный диссонанс, вообще взрыв мозга. Как это так? Ты типа зашел в позицию, и тебе не важно, куда рынок идет? Да. Ты вообще как это? Это что такое? Я нифига думаю, надо эту тему копать. Начал раскапывать, чуть-чуть раскопал, понял, что там нужна математика, там нужны реально уже сильные такие знания. Ну, либо, по крайней мере, нужно очень сильно в этом смысле нужно поднатореть. Я, естественно, хотел, чтобы было полегче. Я такой, ну ладно, опционы это интересно, но сложно. Думаю, наверное, я немножечко от этого отойду. Изучал облигации, что-то еще. Параллельно пытался все еще торговать по своей системе. Естественно, периодически ее менял, примерно раз в неделю. Потому что 3-4 сделки, все в убыток, что такое, надо что-то поменять. И мне постоянно казалось, что вот я какого-то сакрального знания нету, вот кого-то не хватает. Вот все же есть, все, стратегии есть. Терминал настроил красиво, стакан, два графика, все есть. Все четко, сижу, все по рискам. Хотя я не помню, какие там риски были, вообще адекватные или нет. Все вроде есть, а какого-то знания не хватает. Как будто вот нужна какая-то вот какая-то соль. Вот. И тогда я Васю Олейникова смотрел тоже, его всякие эфиры у него там были частые. И у него на Мосбирже он проводил, по-моему, ежегодно, тогда он еще в IT-инвесте был, в брокере работал, он проводил эти бесплатные семинары, ну, офлайн. Но единственное условие, нужно было к брокеру IT-инвест завести счет и закинуть там 50 тысяч или около того.
Я такой, блин, вот это оно, надо ехать. Закидываю IT-инвест 50 тысяч. Там неважно, можно не торговать, просто главное, чтобы у тебя был счет. И ты как клиент брокера типа можешь бесплатно попасть на этот семинар. И я еду в Москву, там за 5 тысяч билет, типа, там какой-то хостел снимаю, приезжаю в Москву, иду. Там еще такая погода была, это была весна 16-го года, да. Погода была такая слякотная, дождь вообще такая пасмурная, все такое. Иду, я весь там промок. Ночной перелет был, я вообще не спал. Я потом вот, я смотрю на себя, я хотел там сфоткаться или еще что-то. Я смотрю, а у меня такие синяки просто огромные под глазами. И мне там, что типа там 19-20 лет, я такой вообще пацанчик сидит. Я вообще ловил на себе взгляд Олейника, мне казалось, он вообще не... А там такие всякие тети, дяди такие сидят, что-то там записывают, такие в очках серьезные, что-то там вопросы задают какие-то. И когда я ловил его взгляд на себе, мне казалось, он такой думает, что этот мальчик тут делает? Что он здесь забыл? Он что, наркоман или что это такое? Что с ним? Вот. И попал на этот семинар. Ну, с блокнотиком сидел, что-то даже записал. Мне показалось, что я даже... Он там про какой-то индикатор рассказал. Мне показалось, что даже какое-то знание я получил, и вот сейчас вроде как попрет. Ну, естественно, не поперло. И я уже, вот, получается, весной, где-то там апрель-май 16-го года, я такой, ну, все, походу, надо смириться с тем, что, ну, не мое, не идет, надо как-то искать работу. Начинаю искать работу и напарываюсь на вакансию трейдер. Да что такое? Никак меня не отпускает это. Единственное, почему она меня привлекла, потому что, исходя из объявления вот этого, мне показалось, что это офлайн. Ну, якобы вот где-то прям в Самаре я сейчас приеду и в офисе буду учиться торговать. И там, и почему я еще привлекло, потому что там Московская биржа была написана. Торговля на Московской бирже. Я такой, ну, вроде здорово. Так тоже то же самое было с Алабом. Да. И я такой туда подаю заявку, и мне на почту приходит тест. Я захожу и такой, блин, тот же тест. Подозрительно знакомый тест. Это оказался профинвест из города Орск. Ну, я такой, блин, ну ладно, попробую. Тут я вспомнил. День когда... сурка получается какой-то. Я когда увидел этот тест, я просто вспомнил, что, блин, скальпинг. Меня просто настолько помотало, я вот эти вот дейтрейдинг, вот эти какие-то среднесрочные опционы, облигации, что-то еще, настолько помотало, что я такой, блин, а ведь скальпинг была тема, вроде что-то получалось там, да, ну, даже нравилось. Может, ну, надо попробовать, может быть. И дал себе еще один шанс, короче. И там была такая тема, что там тоже бесплатное все обучение, но ты попадаешь сразу к наставнику, во-первых, с ним собеседуешься. Если он считает, что как бы ты ок, он тебя принимает в команду, и сразу он составляет команду там из нескольких человек. Там 5-7 человек, по-моему, у нас человек 7 было. Бесплатно, но за это PA от компании 25% на старте. И как бы вот и прошел собеседование. Игорь. PA, так, чтобы уточнить, это процент, который ты отдаешь, да, компании. С прибыли, да, компания, которая забирает. Ну, там, как бы, насколько я потом понимаю, там часть из этого PA как бы отходила наставнику, да, часть компании. Вот Игорь был наставник, к нему в команду попал. И вот сразу поперло, вот буквально сразу. Я потому что вот это сбор спреда, сбор волатильности, я это как бы уже, не знаю, оно как-то на автомате сразу вспомнилось с 2015 года. Там дали счет, по-моему... я там сам закидывал 1000 рублей. Да, 1000 рублей я закинул, и, по-моему, 50 рублей просадка или 100 рублей просадка, что-то около того. Какой год был? Это, получается, июнь 2016 года. Туда я пришел. Первая сделка была там в июне как раз 2016 года. Тоже вот мы с Игорем собрались. В скайпе мы собирались. Там примерно раз-два раза в неделю. Ему там отчеты потом скидывали. Вот он, мы с ним собрались. Он такой, все, ребята, собирайте спред. Типа вот так-так-так. Бумаги нам дал. Риск-параметры нам дал. Там, какой спред можно собирать, какой нет, все объяснил. Прям в Excel-ке мы все заносили. И все, и как-то поперло. Я даже на старте даже чувакам некоторым подсказывал, типа, кто там без опыта. Что у тебя есть какой-то опыт? Да, я типа вот так стакан вот так настрой, там кластер вот так настрой, там вот этот спред можно собрать, этот нет. И как-то оно пошло, и к концу 2016 года я уже первую 1000 за день сделал.
Для меня это прям победа была. Я вот помню самое мое яркое впечатление такое. Ачивка такая получил. Да, ачивка от трейдинга, когда я такой сам себе сказал, что ну вот, все, вот оно. Вот вроде как получилось, и надо дальше развивать. Это когда я первую 1000 сделал. Это был, я, насколько помню, конец осени, может, там, начало зимы 16-го года. Это был Мечел. Тогда Мечел... Разгоняли, да, и я на нем как-то там что-то скальпел, собирал. Тогда тянуть я еще особо не тянул, больше там собирал волатильность. Это вот был Мечел, как раз 1000 рублей первая. И потом в январе, точнее, у меня уже была такая цель к концу года, прям вот к началу следующего, чтобы у меня просадка была 1000 рублей на день. И как раз там месяц удачный был, там пампилось много, что пампилось. Ну, 16-й год, это был год, когда... Год роста. Когда была переоценка валютного курса, да, и вот эта вот девальвация в акциях начала переоцениваться, все экспортеры полетели наверх. Там летело практически все. «Газпром», ну, все, «Сургуты», «Мечелы». Разгонялись, да. Да, все летело, просто вот пылесось все, что хочешь. И, естественно, пробои были изичные, а в основном я вот после спреда начал пробои торговать. То есть ты просто буквально, я вот помню, в 16-м, ну, 17-й уже немножко не тот было, ну, начало 17-го, может быть. Там вот буквально вот открылись, пробили вчерашний хай, на 5 минутки немножко проторговались, и вот ты текущий хай, вот этот сегодняшний, уже можешь пробивать спокойно. И залетаешь, и никаких тебе выносов, там обычно стоит плотность, в нее все наливаются, и идет наставление еще в лонг, и все летит, и все вообще здорово. Как прошлый год на криптовалюте. Да. Когда все летело. Ну, там не сотни, конечно, процентов, но да, для Мосбиржи, по меркам Мосбиржи, это было вообще топ. Прямо вообще топовые пробои. Я эту задачу выполнил как раз к концу декабря. Я подраскачал депозит. Честно говоря, не помню, какой он был конкретно. И как раз Игорю пишу, а у нас просадки регулировал Игорь, наставник. По торговле тоже он говорил, типа, где тебе объемы убавить, где тебе прибавить объемы. Вот это лучше не делай, это делай. Потом он в какой-то момент даже начал с нами торговать. Периодически к нам приходил в команду, с нами торговал. Это тоже повлияло, тоже он свое видение как бы немножко... Ну, немножко у него я брал вот это вот его понимание рынка. Он как раз любил тянуть. Он вот из тех, кто вот немножко там фундаментал оценил, точечку нашел, подзалился и тянет. Угу. Тогда еще без переносов, по-моему, но вот он тянул. Он прям любил там по несколько часов сделки сидеть. И как раз к концу года я ему написал, по-моему, числа там 30 декабря я написал, Игорь, типа, посмотри по моим результатам, как можно мне косарь поставить просадку. И он такой оценил, такой, да, давай, и поставил косарь, и у меня прям все, у меня победа была, все. И, там, Новый год, с 16 на 17, я вообще радуюсь, все идет, все здорово. И вот как раз, получается, там, январь, февраль я торговал, вот где-то в марте мой первый вывод был 30 тысяч рублей. Ну, по меркам Самары на тот момент это была прям такая неплохая средняя зарплата. То есть, если ты где-то там менеджером работаешь, ты получаешь, наверное, 1015-20 вот на 17-й год. Угу. А это я 30 тысяч снял, был доволен. На что потратил? Честно говоря, на какую-то фигню вообще абсолютно. Просто типа там что-то покушать, приодеться, что-то такое, напожить. Ты по сей день бесперебойно в рынке или уже что-то изменилось в твоем подходе к торговле? В целом, если говорить про деятельность, то, конечно, моя деятельность только на рынке завязана. Но сейчас уже намного чаще, особенно когда рынок не дает, намного чаще я делаю перерывы. Когда там какие-то неудачные серии идут, лосевые. Или если я вижу, что рынок не мой стоячий, я все-таки более такой пробойный трейдер. А люблю подзалиться на объем и постоять, потянуть какие-то более такие глобальные цели, там пробить дневочку, может быть, даже с переносом уйти. И когда рынок как бы не позволяет этого делать, когда рынок больше в боковике, я могу вообще не торговать. Приходится ждать консолидации, да, таких? Да. Серьезно. То есть я могу даже просто приходить на открытие, прихожу в основном, если я дома, то есть если я где-то не в отпуске, ну, условно, не в поездке, то я, конечно, к компьютеру подхожу, первую часть открытия я смотрю, какие-то новости тоже слежу, если вдруг там ожидаются дивиденды, как вот сейчас это было. Конечно, это я все смотрю, но если потом я вижу, что рынок не мой, я могу спокойно уйти и везде не подходить, не торговать. Есть мнение, что трейдеры перегорают. И при такой интенсивной торговле и хватает на 5-10 лет.
Какое твое мнение? Какие сейчас, на данный момент, чувства? Ты сейчас уже сколько в рынке, получается? Я с 15 года отсчет веду, с момента, как Вала попал. Получается, 8 лет, сейчас 9-й пошел. Ну, знаешь, были некоторые моменты, не то что перегорание. Был момент у меня как-то летом 21 года, по-моему. Да, летом, осенью 21 года, когда я задавался вопросом, ну а что дальше? Вот как будто бы, как мне тогда казалось, уперся в какой-то потолок по объему. Результаты хорошие, казалось бы, куда там еще больше, как бы всего хватает, все здорово. На крипту тогда я поздновато, конечно, зашел, там крипту я не хватанул нормально. Но и на Мосбирже мне как бы всего хватало, и, ну и крипту проторговывал там параллельно. И как бы в какой-то момент я просто задавался вопросом, что дальше? Какая-то такая небольшая апатия была. Mm-hmm. Не знаю, может быть, вот это и есть какое-то такое перегорание. Как будто прошел игру, да? Как типа... будто да. Как будто вот я вот просто, я помню себя 15-й, 16-й, 17-й год, когда я раскачивался, как я мечтал об этом, как я грезил. Когда я смотрел на эти топы в Алабе, ежедневно вот эти топ-3 результаты, там были тогда по 100, по 200 тысяч. Да, и это были очень хорошие. И это были просто, я думал, блин, если я буду 200 тысяч в месяц делать, мне ничего в этой жизни больше не нужно. Я буду король жизни. 200 тысяч для Самары в том... Слушай, ну это очень, это большие деньги. Да. Так, по факту. Ну... А тогда там ребята всякие, там, Кендиров, Кондратенко, всякие делали там порой по 200, по 300 в день. Я смотрел на это и думаю, блин, да это же вообще что это такое? Это же вообще просто вынос мозга. Я когда на все это видел, я настолько мечтал вот именно... Тогда я мечтал 200 тысяч в месяц как-то наторговывать. Я мечтал, что наконец-то когда-то я приду. Потому что еще такой момент, что большинство людей вокруг как бы не понимали, чем я занимаюсь. И в основном говорили, как бы, может, ты на работу как бы пойдешь, начнешь работать, что-нибудь заниматься чем-то. Да. А не вот это свое казино. Играться. И мне вот как-то вот очень хотелось добиться все-таки. И вот когда добился, когда уже вроде все получилось, все нормально, уже как бы все стабильно, вот задался вот этим вопросом. Было такое. Ну, не знаю, потом как-то рынок снова пошел и как-то начал экспериментировать, начал на новые объемы выходить. И эти мысли начали появляться тогда, когда был какой-то сложный период? То есть не получалось, нет, не зарабатывалось? Нет, как раз-таки вообще все получалось. Все просто уже было. Даже, понимаешь, я вставал по утрам, и запас был, в принципе, такой, что можно было не торговать вообще. Хоть целый год можно не торговать, и вообще ничего не изменится в жизни в твоей. И такого там особо активного рынка не было. Ну, где там какие-то рекорды ставятся. И был такой, ну, вполне себе адекватный рынок, но там, ну, тысяч, опять же, 100-200 можно заработать. Может, там где-то 500 можно там на какой-то ситуации выхватить, может, там какой-то проливчик подобрать или еще что-то. Но вот в тот момент я поймался на мысли, что я просыпаюсь и иду с нехотя так подхожу к компьютеру, как будто бы не понимаю. Вот мне сейчас вот снова вот сидеть, вот снова... Снова вот эти 100-200, плюс-минус вот эти тысяч. А что дальше? Вот что дальше? Типа, что дальше делать? Какой-то философский вопрос, ты как-то подошел к этому. Я еще к жене тогда подходил, тоже вот как бы ей делился с этими мыслями. Она тоже так немножко непонимающе, типа... Да ты что вообще? Да, типа... Иди займись чем-нибудь. Иди работай. Ну, это недолгий период был. Ну, как недолгий? Ну, где-то... Месяц, может быть, 2 месяца у меня такой был. Похоже на выгорание какое-то, да. Ну, возможно. А потом, мне кажется, просто рынок немножко пошел. И... Да даже и немножко, да, там же было преддверие 22 года уже. Как бы осень, зима была такая более активная. А начало 22 года вообще мега активное. Там рекорды пошли, и там уже не было таких вопросов. Там не было вопросов, что дальше, что делать. Как бы, когда рекорды ставятся, по-моему, никакое выгорание. Ну, тогда да. Не страшно. Ты на таком позитиве, в воодушевлении постоянном. Стас, откуда ты родом? Я из Самары.
Были когда-нибудь или есть планы перебраться в Москву, Питер, Сочи или куда-нибудь за границу? Сейчас точно нет. Раньше были мысли, да. Мы с женой постоянно вот в периоды такой слякоти, зимы, вот всякого такого, сразу хотелось куда-нибудь уехать на юга. Рассматривали Краснодар, что-то еще, не помню, какие-то города. И потом Питер была идея, но мы так поездили чуть-чуть. Мы, конечно, не жили ни там, ни там. Так чуть-чуть поездили, посмотрели и нет, решили, что нет. Самара, one love. Какое у тебя образование? Среднеспециальное, строительное. Градостроительный кадастр. Среднеспециальное, это получается это колледж. Колледж. Да. А почему не пошел дальше? Пошел после колледжа, там был типа экстерном, можно было ну, за поменьше, побыстрее, короче, взять и высшее. Пошел, но как бы сразу увлекся трейдингом. Я там типа на заочке был. Просто мало посещал, оплачивал семестр, но потом понял, что оно мне не нужно, мне просто неинтересно. Я пошел в эту тему строительную просто как бы по наставлению там отца, потому что я после 9 класса в 14 лет не знал, куда мне, и что мне, и что я хочу. Он меня отправил на эту профессию, и все. Ну, правильно понимаю, что для трейдинга особо оно и не надо? По мне так вообще не нужно никакое образование. Достаточно пройти обучение просто в компании и там уже набираться опыта практического. Да, да, 100%. Как ты считаешь, какой идеальный возраст для того, чтобы начать торговать на бирже? На крипторынке, на фондовом рынке? По мне, чем раньше, тем лучше. Ну, можно сказать, условно, 18-19, если получится там 17 лет выкроить да, время, если у тебя будет желание тратить время на там, какой-то тренинг, на работу, то вообще будет здорово. Чем раньше, тем лучше, на мой взгляд. Пока у тебя нет обязательств, пока тебе не нужно никого кормить, у тебя нет никаких долгов и так далее и тому подобное. Потому что потом будет все сложнее и сложнее. Сложнее и сложнее. То есть те ребята, которые хотят... Ребята. Мужчины и женщины, которые торгуют, пытаются начать торговать, там, условно, 35+, им уже сложнее, да, дается? Я думаю, да. Я думаю, там... Если и так-то шанс, сколько там, 5% условно, да, из тех, кто пробует, они потом продолжают торговать и зарабатывать, то в возрастной категории, мне кажется, там все намного плачевнее. Откуда пошла вот эта статистика 5%? Кстати, не знаю, это просто вообще принятая такая вот, она такой миф гуляет по рынку. Я не сомневаюсь, что кто-то замерял. Вот как раз... Я сомневаюсь, что это возможно замерить, это нужно же всех собрать как-то. Да, мне кажется, миф. В пропе этот процент намного выше, это 100% в пропах. А есть же еще куча трейдеров, которые в свободном плавании, которые пытаются сами. 5% кто остается или 5% кто зарабатывает? Не думал никогда. Но мне кажется, кто зарабатывает. Мне кажется, остается побольше. Но так барахтаются, пытаются. Как выглядело твое обучение, помимо вот ты прошел, значит, тест? Да, да. Вот ты общался со своим наставником. Как, ну, что еще происходило? Как ты еще обучался? То есть просмотр видео, тест, наставничество. Да. Так это да, выглядело. Да. То есть вот в профинверсии, как раз во втором пропе, там уже мастер-классов не было как таковых. Там все сводилось к общению с наставником. Потом, как я уже сказал, он больше стал с нами торговать. У него, я точно не помню, может, и была какая-то своя команда, но вот он уже весной 17-го, летом 17-го года, он очень часто с нами сидел. Ну, то есть... Там 3-4 дня в неделю мог спокойно с нами торговать. И вот основное обучение – это вот именно общение с ним. Угу. То есть когда прямо он озвучивает свои сделки, он озвучивает, почему он зашел, куда он зашел, с какой целью. Почему он считает, что цель должна быть такая, как он вообще это видит, как он размышляет, вот это все помогло. То есть передача опыта... Передача, да, опыта, более... прямого опыта такого. Подожди, Сереж, смотри, там прям ливень сюда движется. Ну давай, у нас есть какое-то время, да, значит? Как ты считаешь, что можно было бы подкрутить? Изменить, добавить, убрать в том обучении, которое вот ты получил, если глобально смотреть, что помогло бы начинающему трейдеру быстрее выйти на доход? Что тебе бы придало, ну, не знаю, больше мотивации, либо ты себя как-то комфортнее, увереннее чувствовал? Как ты думаешь? Ну, наверное, разве что больше разборов. Не скажу, что их было недостаточно, но... Можно хоть каждый день разбирать, хоть каждый вечер собираться, допустим, командой и разбирать сделки. Разве что это?
В целом я скажу, что вот это обучение, которое у меня вот с наставником я прошел в команде, причем там команда менялась на самом деле. Вот за то время, пока мы с наставником я шел по профинвесту. Текучка была какая-то. Да, вот из первой команды 7 человек, по итогу остались я и еще двое, по-моему, парней. Остальные отсеялись. Причем одного парня я запомнил, не помню имя, то ли Кирилл, но, может быть, я ошибаюсь. Я прям запомнил его, мне понравился его ответ, когда он спустя месяц, по-моему, как-то к нам зашел и говорит: «Не, ребята, это не мое, типа, такой образ жизни вообще не для меня. Типа, вот это сидение дома, это что-то такое себе, поэтому давайте, ребят, вам удачи, я пошел». У него даже немножко получалось, как бы вроде все нормально было, потенциальчик был, но он такой, типа, «Не, сидение дома, это не мое, за компьютером 18 часов, это не мое». И ушел. Мне прям он запомнился его, потому что я больше таких людей, ну, не встречал, которые прям вот чистые за образ жизни ушли бы и не начали торговать. А ты можешь выделить какие-нибудь стадии, периоды роста торгового счета? Какие-то конкретные, что вот тебе запомнилось больше всего? Как происходило? Стадии? Да. А ты имеешь в виду по суммам? Ну вот смотри, ну да, по суммам. То есть вот у тебя получилось там, ты 1000 рублей за день заработал, вот к концу 2016 года у тебя там был уже какой-то счет. Вот прям по стадиям, то есть заработал, там тебя размазюкало на ММК, потом снова заработал, угу, еще что-то отдал. Какие-то вот такие периоды выделить? Ну вот в Алабе, да, немножко подраскачал, слил полностью в профинвесте. На самом деле, вот там у меня немножко торговля была немножко нестабильная, немножко неправильная. Я... Условно, до 100 тысяч вот какие-то моменты выделить? До 100 тысяч, но я на самом деле я шел более-менее ровно. То есть вот именно по депошке, если эквити смотреть... Планомерно, да, из месяца? Да, у меня прям планомерно, потому что Игорь следил четко за риском. Мы поднимали объемы там каждые 2 недели условно. Если он видел результат... Он прям заставлял поднимать. Он прям четко говорил: все, ты с этой недели торгуешь вот таким-то объемом, все. Типа, ну там, условно, в 1.5 раза повышаешь. У нас была четкая эта таблица, вот я от него это перенял. И потом, когда я уже обучал впоследствии какое-то время, я тоже всем своим ученикам давал эту таблицу, прям четко по формуле рассчитываешь на каждый стоп. Вот если у тебя там, условно, на один пункт вот такой вот у тебя стоп на сделку, условно. Если там 10 пунктов стоп сделки, значит, у тебя объем уменьшается. Если 20 пунктов, еще уменьшаешь объем. Если у тебя стоп один пункт, то, соответственно, можешь залить побольше. Вот. И исходя из этого риска, как бы я прям четко по таблице, он говорил там, в 1.5 раза повышай. Я прям в Excel-ке раз вбил, в 1.5 раза умножил, все, и торгуешь. И у меня equity было вообще полномерное. Но если смотреть по месяцам, например. Но если смотреть по неделям, то у меня было немножечко, особенно уже в 2017 году, немножечко были заливы. Я мог спокойно в неделю из 5 дней я спокойно мог пару дней моржануться. То есть больше рисковал? Да, то есть торговля была такая рискованная в некотором смысле. Такие были некоторые сделки, где типа прям вот прям подзалить. Ну где-то там неудачно не успел отстопиться или размазало стопак или еще что-то. И маржи вылетали. Бывало такое. Но потом, допустим, 3 дня там могло быть там x2, x3 просадки, например. Так, если обобщить, то объемы решают, получается. Ну, тогда решали. Тогда решали, но потом это как бы у меня аукнулось. Я немножечко весной 17-го я попал на АФК. Если помнишь, там была история с Роснефтью, когда Роснефть начала отжимать Башнефть у АФК. Да. И там все помнили просто на тот момент, когда Евтушенкова уже сажали, да, в каком-то там, в 14-м. Да. Все начали немножко на нервиках, там суд Роснефти к АФК, и немножко там Роснефть прям полилась. Это была моя первая планка, которую я торговал. Я пришел, немножко опоздал на открытие, проспал. Это был май, по-моему, если я не ошибаюсь, там, может, кто проверит там по графику. Май 17-го года, АФК-система. Прихожу спустя минут 10 после открытия, забегаю прям, вот просто я проспал, забегаю там в Discord к ребятам, открываю привод, по-моему, даже без графика, по-моему, даже не успел график открыть, и смотрю, ни хрена себе. Но я знал, что такое планка, но я ни разу не торговал. В теории как бы знал. Но я смотрю, нифига себе, там что-то она была минус 15 или минус 20% и отбивается от нижней. Вот снизу уже заявок нету, все, вот она планочка. От планки постоянно отбивается, и там были такие прострелы. И я такой, нифига себе, круто, и давай собирать. И вместо того, чтобы собирать в шорт, я собирал от планки в лонг. И вот я насобирал, 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 потом в какой-то момент меня зажали,
Там оказался айсберг в планке, выйти ноль шансов. Меня потащило, и там я отдал, приличненько так отдал. И с этого у меня такая лосевая серия началась. Месяц у меня май был сложный очень. И потом у меня морж за моржом, так как торговля более-менее такая рискованная была, получается. Морж за моржом, морж за моржом. Но потом... Ты отдал несколько просадок или прям просадок большую часть? 4-5 я отдал, наверное, тогда. Тогда у меня была просадка 2,5 где-то около того. Угу. То есть для меня, у меня там депозит был условно около 100 тысяч. Ну, кстати, да, и просадки нам не рискованные ставил Игорь. То есть он прям по риску. У нас были просадки в районе 4% от депо в основном. То есть если сейчас я вот смотрю на ребят некоторые, которые раскачиваются, они прям могут себе ставить 10%, 15% от депошки. У нас там было все более так консервативно, более сдержанно. И вот тогда меня размазывало, получается, ну, тысяч на 10, наверное, 15, что-то около того. Я даже тогда еще в группу скинул, помню, и там все охли-ахали, типа, как так? Че, мы на паузу встанем? Ну, сейчас, да, как-то надо будет. Блин, что делать? А сколько осталось вопросов? Да мы только начали. Я думаю, много еще. Ты уже поделился тем, что использовал какую-то табличку для роста рабочих объемов. Можешь в кратком изложении как-то описать, как происходил у тебя рост? По какой системе, схеме, какие-то свои фишки? Там каких-то особых фишек не было. Просто, честно говоря, еще, если помнишь, 16-17 год, тогда неликвиды так на Мамбе особо не расторгованы были. Ну, они, наверное, и были расторгованы, просто мы их особо не торговали. Ну да, в пропах их как-то не было, да. Как-то не было такой культуры, что ли, туда не смотрели на неликвиды. И бумаг было, вот акции, я вот так помню, от силы, ну, может, 30 штук, вот, которые активно торгуются, плюс фьючи. Тогда фьючи я, правда, не особо торговал, как-то у меня не получалось дружба с Ишечкой. И поэтому я просто брал, вот, как по заветам наставника, прям в таблицу каждый инструмент занес. По каждой акции была рассчитана комиссия, сколько она в пунктах. Угу. Она учитывалась в сделке. То есть и закладываешь стоп, плюс закладываешь комиссию. А риск на сделку был 1/10 от просадки. Все банально достаточно. Угу. И то есть просто вот был риск в рублях, я его просто через таблицу переводил в пункты, и все. По какому принципу растил объемы? Ты говоришь, что каждые 2 недели вам, ну, примерно, наставник, да, увеличивал. Точнее, мы встречались, показывали сделки, показывали. Ну, результаты он сам видел, он там через программу мог смотреть. И он просто либо мог написать, либо при встрече говорил, что да, типа, ты повышаешь, ты не повышаешь и так далее. А от чего это зависело, повышение? То есть какая-то положительная динамика? Да, положительная динамика именно. То есть если в течение 2 недель ты заработал, не потерял, да, то ты можешь позволить себе увеличить рабочий объем. Да, да, да. Когда прекратилось вот это наставничество, то есть когда наставник тебе прекратил говорить, ты уже как-то сам растил эти объемы? То есть по какому принципу происходило? Или уже не акцентировал на этом внимание? Тут история такая немножко интересная, потому что я как бы прекратил не совсем по нормальной причине с наставником работать. Я просто слился, грубо говоря. Угу. В конце 2017 года я там совершил небольшую ошибочку. Очень поверил в себя, посчитал себя таким королем рынка, потому что у меня все лето шло стабильно, все здорово было. И мы решили съездить на отпуск, в отпуск в Грузию с женой. Тогда еще была девушка моя. И я полдепозита просто снял на эту поездку. Потому что я посчитал, что я когда приеду, спокойно вообще за полмесяца это все обратно заработаю, отобью. Вот какие-то такие у меня были дурные мысли. И когда приехал потом, это был уже сентябрь-октябрь 2017 года. Не знаю, помнишь, не помнишь, там рынок очень сложный настал, там все жутко в бок встало, там можно было даже просто с утра вот отцентровать спред, да, все стаканы, и можно было дальше shift не нажимать, вот они практически никуда не двигались. А я-то уехал с более-менее такого понятного для меня рынка, уехал отдохнуть на месяц, приехал, рынок вообще непонятный, а объемы я оставил прежними. И началось сразу у меня там с 3 маржей подряд, даже, может, с 4. А депошка-то уже была половинка. Половинка от той, которая была изначально. И в итоге там по
так скажем, по наставлениям Игоря, наставника, я снижал просадку. Но при этом для меня самая большая проблема оказалась – это снизить объем. То есть просадка снижалась, а объем я все равно грузил. Просто как-то по инерции уже. И это в итоге стало моим таким путем к сливу. В итоге я слил там депозит до где-то 17 тысяч рублей. И... Обалдеть. Это со скольки? Ну, у меня стабильно 100 держалось плюс-минус. И все, что сверху, я снимал постоянно каждый месяц. И вот соответственно, этой... на отпуск ты со 100 снял 50, и да. Потом еще слил. Да, где-то даже 60 и 70 я снял, там было чуть больше 100. И приехал с депозитом примерно 60-50 тысяч. Я кидал те же самые объемы. То есть раза 3-4 я моржанулся где-то по 5 тысяч. И вот тебе, пожалуйста, депозит уже... Рынок наказал. Да, уже совсем какой-то скромный. Тут я понял, что что-то не так. Обратился к наставнику. Что такое? Почему все взрывается? Не знаю. Обратился к наставнику. Он сказал понизить просадку, понизить объемы, но вот объемы я не понизил. И помню, моя такая одна из последних сделок в Ростелеком. Я залился в какой-то пробой. Прям по тем меркам у меня там просадка там 1000 рублей, что ли. Я там упал до 1000, может, даже меньше. А залился я туда что-то как-то непомерно. И меня прям вынесло и очень хорошенько отслопило. И вот от депозита осталось 1017-15. В этот момент я уже такой все психанул. Ну, это длилось вот с... Какая атмосфера. Самара рада нашим съемкам, как бы. Дождь, взрывы, самолет, трактор. Так. Зато красиво. Зато красиво, да. Это длилось, получается, где-то в октябре я приехал в начале. Это длилось до декабря. То есть с какими-то переменными успехами. Там в какой-то момент, я помню, в ноябре Сбер полетел. На каких-то новостях уже, я вообще не помню. И вот там я на заливное затащил, что-то отбил, а потом снова. Потом снова, ну, короче, это все. Там уже была тельтуха такая непробудная. И в итоге, когда вот осталось 1015, я психанул, все, сказал, все. Это был мой тот шанс, который я себе давал тогда, помнишь, когда я вакансию нашел очередную. Я сказал, все, это, значит, мой был последний шанс, я его не реализовал, все, значит, сам виноват, все, иду работать. И тогда я еще вот с моей нынешней женой, тогда еще с девушкой как раз сел, это все обсудили, и я сказал, что все, значит, не мое, значит, иду работать. Так. И ушел. Примерно на год у меня был перерыв, 18-й год, я практически не торговал. Я сначала таксовал там. Ничего себе. На заводе Coca-Cola даже работал. Но это там уже немножко чуть-чуть позже, когда совмещал с торговлей. А тут я ушел. Долгое время не мог найти работу подходящую. Надолго моего этого психа не хватило. Ну, целый год получается. Нет, там немножко по-другому. Целый год я не торговал. А мысли ты уже спустя пару месяцев, где-то в феврале, в марте, уже 18-го года, я такой сижу и вот на какой-то очередной работе сижу и такой, нет, тренинг это мое. Я должен туда. Я должен быть там. Тогда моя девушка, конечно, была немножко в шоке с моих движений. А я к ней пришел спустя пару месяцев и сказал, что ну нет, я снова в тренинг, хочу вернуться. Хочу снова туда. Но уже там было условие, что я буду работать, и как-то уже моя проблема, как я буду это совмещать. И я устроился тогда, искал работу по графику 2-2, чтобы... Я сторонник того, что если уж совмещаешь, хотя это очень сложная история совмещения, там, не знаю, она многим не подойдет, и не факт, что вообще получится. Но я сторонник того, чтобы торговать целый день от и до, чтобы и открытие застать, и закрытие, и чтобы быть в рынке, чтобы понимать, чувствовать, что происходит сегодня. А не так, что ты пришел вечером с работы и какой-то там зацепил 2 часа, а, по-моему, это будет бестолково. Поэтому я именно сменную работу искал, 2-2, и нашел микрозаймы.
пошел менеджером в Некрозайм, потому что у меня был опыт в банке работы, я кредиты выдавал в банке, и тут примерно то же самое, выдаешь микрозаймы. Сидел, выдавал микрозаймы 2-2, звонил просрочникам. Очень веселое времечко было. Летом 18-го я залил депошку обратно в тот же PropProfInvest. Там что-то я пытался 5 тысяч залить, 10 тысяч залить, что-то такое. Пытался их расторговать, но это все вообще не шло. Вообще от слова совсем не шло. Продолжал работать. И вот уже я понял, что что-то как-то вот не идет. То ли я не перестроился до конца, то ли вот то, что заливаешь, пытаешься. Я снова пытался на объемы выйти, типа на те же. Как можно скорее хотел на те же объемы выйти. Потому что как это я вот тут зарабатывал 30-ку, а тут сейчас на 100 рублей опять соглашаться? Типа, это... Не, а как это так? Не мой уровень, как говорится. Но я потом вот быстро за лето я вот понял, что так дело не пойдет. Продолжал работать, попытки торговать бросил. И вот уже потом в 2019 году созрел полностью. Созрел с того, что нужно начать полностью с нуля. И пришел уже в Light Invest, где я сейчас и торгую. С самого начала? Пришел вообще полностью с нуля. У меня там были знакомые, поэтому я выбрал Light Invest. Но я немножечко, конечно, в душе была такая надежда, что, может быть, мне дадут какие-нибудь чуть-чуть получше условия, а не 15 рублей просадка. Я написал, что вот тут как бы, ну, вот эти вот ребята у вас тут торгуют, я их знаю, как бы мы с ними вместе учились. Я так пытался намекнуть, но мне сказали, да, пожалуйста, вот что-то открыт, 300 рублей, 15 рублей просадка. Расторговывай, да? Да, торгуй, показывай, что умеешь. И я такой, ну и ладно, подумал, может быть, оно и к лучшему. На самом деле оно так и получилось. И я прям вот уже, применяя весь опыт, который был накоплен, и плюс вот это осознание, вот после этого появилось какое-то осознание дисциплины. Дисциплина во всем, в подходе к торговле, то есть это элементарно там прийти заранее подготовиться к открытию, не просыпать там, банально соблюдать риски. Я прям вот вел, у меня был лист, я прямо на лист от руки записывал все бумаги уровня, которые я буду сегодня смотреть. Сейчас, конечно, я уже немножко это... Возвращаясь к вопросу о том, как увеличивать рабочие объемы. Да, я ушел, да. Да, ты немножко ушел в тему. Ну так вот, я к тому, что когда я был в профинвесте, я четко следовал инструкциям наставника. Я тогда уяснил для себя, что я просто должен делать, что мне говорят, и все. А потом получилось так, что у меня вот таким образом закончилась торговля с наставником в его команде. И когда я пришел в Light, я уже, ну, я как бы заново вернулся к этой табличке, только уже сам контролировал. Я вот когда чувствовал, что не было у меня такого строгого понимания, что вот недели, или две недели, или три недели. Было какое-то примерное ощущение, вот что я вижу, что депозит растет, отторговал стабильно. Не было никаких тильтов, закидонов. Все, я взял по этой таблице, прям повысил объем сразу. Снова какой-то промежуток отторговал. Если я мог, допустим, месяц, мог вообще не повышать объемы, потому что вижу, что может быть и плюсик, но он какой-то нестабильный, барахтаюсь туда-сюда. Я не повышал, я сидел ровно на месте. И я очень консервативно подошел, вот уже в лете, когда с нуля начал, я держал просадку там моментами даже 2% от депозита по всем площадкам. То есть я очень так... Вот мои эти сливы, они меня настолько засели в бошку, что я очень аккуратно действовал, торговал очень аккуратно. Как найти торговую ситуацию? Что ты должен видеть в стакане и на графиках, чтобы ты сказал, что вот сюда я гружу? Что я должен увидеть, что гружу? Ну... Что должно сойтись? Ты имеешь в виду прям заливные ситуации? Ну вот... Твои мои любимые. Обычные. Ну, давай любимые ситуации. Вот что должно произойти? Любимые – это хороший, мощный наторгованный уровень. Это минимум часовик. То есть только техника здесь желательно решает. Дневка. Техника – это первичная. А прямо грузить и заливать все, что у меня есть, я буду, если сойдется в одной точке и график, и новость. Ну, и стакан желательно. Ну, как бы, когда выходит новость, там стакан само собой летит, там объемы летят. В стакане тоже должна быть ликвидность для того, чтобы ты смог. В стакане должны быть объемы, да. То есть это не обязательно какой-то там переставляющийся айсберг или какой-то робот, который обязательно давит в твою сторону. Просто должны быть объемы. Как минимум, я должен видеть, что по ленте есть интерес, что есть активность в ленте, и что по стакану нету какого-то там крупняка, который задавливает в обратку. А как определить на торгованный уровень?
Просто по графику, собственно, чем больше касаний, ну, я люблю такие формации классические, я ничего сложного не использую, классический — это горизонтальный уровень, желательно, чтобы треугольничком поджимался к горизонтальному уровню, к пробою, и желательно, чтобы объемы были, конечно же. Без объемов, ну, то есть на тех же неликвидах можно много таких уровней найти, но отрабатывать их бессмысленно, потому что там просто не будет объемов. Он пробить-то пробьет, пшик будет, а дальше все, дальше на пустом стакане стоишь. Для этого лучше дождаться какого-то новостного фона, да? Да, либо должна быть бумага в игре, то есть вот, допустим, неликвиды у нас периодически летают, да. И там, вот когда он летает, когда он на объемах, там, пожалуйста, там те же самые формации, все работает. Тоже уровень, но там не наторгованные, конечно, там просто какие-то локальные внутридневные хаи работают. А так вот самое любимое — это наторгованный уровень, то есть три касания и больше трех касаний к уровню — это уже три касания отлично. Могут быть и на минутки, на пяти минутки. Не-не, это именно от часовика. От часовика. Час, четыре часа, и дневка вообще идеально. Mm-hmm. Самое, что я люблю, самое идеальное, ну это, конечно, на трендовом рынке, это когда на дневке есть наторгованная локалка, а прямо за ней исторический хай. А, ну это... Заходишь на локалку, потом добавляешься, грузишь в историю, и все, и стоишь там, пару дней можно постоять. Цель. Самая больная тема начинающих трейдеров – как определить цель при отработке торговой ситуации? Вот, кстати, у меня почему-то с этим никогда проблем не было. Не знаю, может быть, из-за того, что наставник рядом торговал и как-то от него перенял. Я всегда первичную цель… Во-первых, я всегда так говорил, особенно там своим ученикам, говорил всегда, что цель исходит от оснований. Вот у тебя какие основания сделки? Если это скальперская сделка, то у тебя не может быть цель там потянуть на историю условно. Если ты зашел скальпануть в разъедание айсберга, то у тебя и цель должна быть скальперская. Ты должен также по стакану выйти, то есть при первом сопротивлении должен выйти. Если это цель, если заходишь в графическую сделку на пробой уровня, то вот про то, что я сейчас рассказывал, да, в этих сделках я цели ставлю первичные по графику, то есть это я смотрю либо ближайший другой хай, до которого можем дойти, или лой, смотря куда пробой, да, либо это ближайшее круглое число. Вообще банально, элементарно. То есть мы 175 пробиваем, ближайшие, если нету хаев никаких, ближайшие 180, я смотрю, ориентируюсь. А дальше по стакану. А цели в денежном эквиваленте ты ставил? Нет, вообще никогда. Только так же технически по графику? Да, в сделке я стараюсь абстрагироваться. Ну, конечно, когда ты видишь объем пункта, ты понимаешь, сколько тянешь, но я стараюсь абстрагироваться от цифр денежных. Чисто вот надо отработать сделочку. Чем ты занимался до трейдинга? Первая моя работа была... У нас ЖД вокзал есть на вокзале, на паромах. Я не знаю, как сейчас. Раньше вот стояли такие палаточки, типа тележечки. Когда выходишь на остановке из вагона, да, там какой-то... Помощник. Пиво, сок, вода, вот это все продавали. И вот через своих там друзей на районе... Вот моя первая работа была в 17 лет. Вот эти тележки... Они килограмм, не знаю, 100, наверное, весили, 150. Вдвоем мы тягали эти тележки по паромам, этим бегали, по перронам, точнее. И вот продавали пиво, сок, вода. Ну, это такая неофициальная была, конечно, подработочка. Потом я работал... Какое-то время я работал кассиром-оператором на заправке. Просто тоже 18 лет, когда в колледже учился, совмещал. Работал посменно и учился в колледже. Потом вот такая более-менее нормальная работа в банке, менеджером, кредиты выдавал. Ну, то есть это просто не было никакой цели. Это просто вот что были, какие вакансии валялись. А в каком банке я работал? Это был, сейчас Почта Банк называется. Тогда он Лето Банк назывался. Потом ребрендинг у него провели. Я просто тоже работал в Альфе и тоже выдавал кредиты. Потребы, да, были? Я прямо вот даже бегал на точках, вот типа магазины электроники. А у меня тоже вот самое. Бегаешь, выдаешь, предлагаешь iPhone в кредит взять. Вот это бред. Блин, очень стрёмно, конечно. Я после этого сильно разочаровался вообще в кредитах. А у тебя были какие-то на горизонте какие-либо другие альтернативные варианты трейдинга? Нет. Не рассматривал вообще? Нет.
То есть по профессии я как бы учился, но я в процессе еще в колледже понял, что мне это не особо интересно. То есть можно было в геодезию пойти. Ну, какие-то перспективы, конечно, были какие-то. Можно было что-то придумать. Что-то там, да я даже в архитектуру мог пойти или что-то типа того. У нас там многопрофильный был такой этот факультет. Ну, нет, как-то вот я как увлекся в 19 лет. Ну, пускай с Форекса сначала, но потом как-то все засосало, и все, я ничего больше не видел толком. Ёб тебя! Что там произошло? Он врезался. А. Красота. Они втроем врезались. Раз, два. Ну и, соответственно, в третьего. Смотри, у него капот подмыло. Да, Гранта, красава. Надо внимательнее. Не пострадали, хорошо. Ну, как раз люди сейчас спустятся. Блин, жестко. В твоем окружении люди скептически относятся к финансовым рынкам и то, чем ты занимаешься, или уже как-то лояльнее видят? Сейчас уже нет. Сейчас уже все окей. Как бы, ну, даже вполне уважительно уже имеет представление, что такое профессия трейдинг. Опять же, потому что ты показал как-то материально, да? Да, то, что потому там... что показал. А потом, когда начали интересоваться, все рассказал, объяснил, что как происходит, вообще какие процессы. Ну, в общих чертах, конечно, без нюансов. Просили научить, обучить, рассказать? Ну, только некоторые, да. Были некоторые друзья, которые просили. Есть успешные примеры? Пока нет. Не получилось? Пока нет. А у них уже, ну, они длительный срок пытаются или нет, недавно? Нет, нет, нет. Там, ну, как бы... Там у человека работа есть основная, и там, ну, сложно, мало времени уделяет. А что твои родители говорили по поводу этой профессии? Мама ничего не говорила, а мама вообще особо не сувалась у меня в эти дела. Она как-то спрашивает, все хорошо, ну и хорошо тогда. Занимаешься, ну занимайся. Да, да, да. Главное, чтобы потом не сидел с голой задницей, как бы не просил у нас денег, условно. А папа всегда поддерживал, он как бы так углублялся, у меня все расспрашивал и всегда поддерживал. Он прям такой... У него был какой-то небольшой опыт. Там он когда-то управлял фирмой одной, и его главбух, она как раз что-то там инвестировала в фондовый рынок. И вот она ему тогда рассказывала, что вот есть такой фондовый рынок, у нее там, она там типа сберегает, увеличивает капиталы как-то. И вот у него, видимо, это отложилось, он мне потом выделился. Как-то соприкасался, да, с этим? Да, да. Вот он поделился, что вот именно из-за той истории с главбухом он как-то сразу, как только от меня услышал, ему понравилось, он говорит, давай в этом направлении копай. Как бы ты охарактеризовал свой трейдинг не в плане эмоциональном, а в смысле результативности? Это спокойная, планомерная торговля, либо торговля с высокой волатильностью по финрезу? Немножечко от стадии зависит. И от стадии рынка, и от каких-то, не знаю, от какого-то моего состояния внутреннего, наверное. У меня бывают периоды дикой стабильности, абсолютно спокойной торговли, ровной, когда примерно один и тот же результат плюс-минус каждый день, ну, там, за исключением каких-то там неудачных дней, а бывают очень дико волатильные периоды. А если немножко глубже копнуть, что за стадии, от чего они зависят, это как-то к стадии рынка, циклы какие-то или... Это, наверное, и с рынком, да, и от рынка зависит, и я не знаю, что-то... Бывает, когда вот активный рынок был, прошла фаза активного рынка, он успокаивается, а я, например, внутренне как-то не перестроился. Не успел. И вот тогда волатильность жесткая начинается. Ну, бывают периоды, когда вот если не уловил переход рынка, сам не перестроился, то может поволатилить, да. И даже могу еще так описать, что вот у меня первые годы, вот с начала там раскачки депозита до какого-то там становления была очень ровная торговля, стабильная. У меня там за пару лет, может, даже больше, было там один убыточный месяц. И более-менее результаты прямо они шли так спокойненько, так по нарастающей, стабильненько. Не было каких-то там взрывов и падений каких-то диких. А вот уже сейчас, в последнее время, когда, ну, стал пытаться выйти на какие-то объемы, кидать, швырять объемы, уже волатильность появилась, уже нету такого... планомерного, спокойного, стабильного роста. А если взять эмоциональную часть твоей жизни, ты тоже вот сам по себе спокойный или у тебя есть такие взрывные моменты? Я вообще абсолютно спокойный. Угу. Я вообще интроверт полный. Ты уже сказал, что у тебя были какие-то прописные правила,
да? Угу. Как ты считаешь, это стоит сделать каждому трейдеру, который торгует, начинающему и не только начинающему, прописывать свою торговую систему? Помогает ли это? Ну, я бы сказал нет, потому что мне это, по сути, не помогло, когда я там что-то прописывал. Помогал, по мне так, что мне помогало, это вот фиксировать на бумаге риски, когда я их четко понимал. Там у меня до такого автоматизма доходило, что я вот просто вот вижу точку, поднимаю глаза, у меня висела передо мной табличка, посмотрел, сколько пунктов стоп, посмотрел, какой объем, все, закинул. Прям как робот буквально так делал. То есть я в моменте не думал, может быть, мне побольше объем закинуть, а может быть, попробовать поменьше. Но для этой автоматизации как раз-таки ты прописал какие-то правила? Я прописал вот только вот эти риски. А вот правила, они уже как-то больше изнутри шли. То есть как-то вот осознание того, что нужно соблюдать дисциплину, что когда чувствуешь тильтуху, надо останавливаться, вовремя отходить от компа. Мне кажется, пропишешь ты это, можно что угодно прописать, но если ты внутренне сам себе это не скажешь и как-то установку себе не дашь внутреннюю, это как вот у меня спрашивали некоторые ученики, типа, когда были проблемы, там, тянешь лося, как перебороть тянучку лося? Я говорю, да по сути, вот мой ответ, по сути никак. Ты либо устанешь от этого и наконец начнешь стопиться сразу, перестанешь тянуть, либо ты просто сольешься в итоге и все. И вот мне кажется, хоть прописывай что угодно, хоть не прописывай, пока ты внутренне сам себе не дал установку, это не будет работать. Есть мнение, что, кстати, такое мнение достаточно уважаемого в наших кругах трейдера, что если ты позволяешь себе нарушать правила в торговле, то все, типа, можно ставить крест и ничего никогда не получится. Если тут ты себе позволил нарушить правила, то все, не получится. При этом ты можешь, не знаю, позволить себе нарушать правила в жизни. Вообще, это реально? То есть быть одним в рынке и другим в жизни? На твой взгляд? Честно говоря, не знаю, сложный вопрос. Может ли человек позволять себе так перестраиваться? Ну, то есть, на мой взгляд, нет. Так, если ты меня спросишь. Mm-hmm. То есть, если ты спокойный в жизни, то ты, скорее всего, твоя торговля тоже будет она спокойная. Если ты периодически импульсируешь, ты в рынке будешь периодически импульсировать. Нельзя быть одним в рынке. Рынок — это, знаешь, как, на мой взгляд, как такая проявочная комната, которая mm-hmm. показывает все твои проблемы эмоциональные. Вот. То есть, если ты... агрессивный, то и в рынке ты будешь тоже действовать mm-hmm. агрессивно. Как ты считаешь, можно ли быть одним здесь и другим в другом месте? Ну, если даже по мне судить, я в жизни максимально спокойный, абсолютно не агрессивный, не конфликтный, но в рынке, если есть ситуация, там, условно, те же халявки какие-то, я могу прям агрессировать жестко. И там могу и риск даже нарушать, так даже иногда немножко неприлично нарушать. Эмоционируешь? В момент сделки да, бывает. Когда совсем какой-то объем, да, эмоции, адреналин, но закрывается сделка, и эмоции уходят. Ты знаешь, возгораешь, да. А потом такой... Как будто такой вспыхнул. Кайфанул или расстроился, и все. И не случается так, что клавиатура полетела? Нет, вот разбивал, ни разу не разбивал ничего. Был у меня как-то период, когда, это как раз там в году в 17-м, когда сложный был период лосевой, и вот прям порой я чувствовал, что хочется что-то сломать. И казалось, что вот если я не дам выплеск, то я как-нибудь и в монитор ударю или еще что-нибудь такое. Я себе положил какие-то газеты, альбомы, тетради, что такое положил рядом. И когда жестко вообще психовал, я брал и рвал их, короче. Чтобы не ломать ни клавиатуру, тогда у меня не было... Кстати, тоже метод. Тогда у меня не было денег, чтобы там каждый раз менять клавиатуру или мониторы, и я вот рвал эти... Да что такое? Блин, кто стреляет? Чего не стреляют? Не знаю. В честь нашего интервью, наверное, радуется. Я вот рвал эти тетради, листы, рвал, швырял их куда-нибудь в стену и успокаивался. Но это вот прям был какой-то короткий эпизод, потом у меня такого не было. Не знаю, как-то более спокойно отношусь. Что может помочь начинающему трейдеру спрогрессировать на первых этапах? Помимо обучения, наставничества, что может быть еще?
Я считаю такие базовые золотые правила, на мой взгляд, что очень, если у тебя вот есть к этому какой-то предрасположенность, если есть огромное желание, то такие золотые вещи, которые помогут, это 100% комьюнити, это должен вариться в этом, вариться в рынке. Это команда, это запись экрана. Ну, если наставник еще будет, вообще топ, вообще здорово. Запись экрана, это вот для меня это такая альтернатива ведению журнала сделок, потому что я журнал сделок не вел. Пытался, были периоды, когда пытался вести, но я очень быстро заканчивал с ним. Это какая-то не моя история. А как ты анализируешь свои сделки? Просто просматриваешь? Просто, да, просматривая сделки. Сейчас я уже давненько этого не делаю, не записываю. Да, немножко халатно к этому подхожу. Типа я на опыте. А раньше прям стабильно записывал каждую сессию. Причем я боялся, что я пропущу какую-то, ну, забуду включить запись, поэтому я записывал эту до всю сессию. У меня там записи на жестком диске висит там по 8-10 часов. А в какой момент вот в течение дня ты просматриваешь эти видео? То есть сразу после сессии, либо это уже на следующий день? Раньше я просматривал, если какая-то ситуация экстра какая-то интересная произошла, я прям вечером посмотрел сразу, чтобы освежить в памяти. А если ничего такого особенного не было за неделю, то я на выходных садился, пару часиков уделял, типа, просматривать. Некоторые сделки вырезал себе отдельно куда-то, там либо лосевые какие-то, как пример, либо какие-то хорошие. И причем, что забавно, я всегда, у меня еще жена этому всегда поражается, я во всех сделках, для меня не было еще ни одной моей идеальной сделки практически. Я во всех сделках нахожу минусы. Какая бы она ни была, там она рекордная, плюсовая. А ты делаешь какие-то пометки? Как ты, ну, то есть ты в голове, чисто в голове. А, только в голове? Да, только посмотрел в голове. И... Я вот вижу, что, блин, вот здесь недоработал, здесь плохо закрылся, здесь можно было так сделать, здесь вот так. А как жена участвует в этом? То есть ты при ней это разбираешь? Нет, просто иногда, ну, когда там какую-то хорошую сделку закрыл, какой-то рекорд, она там спрашивает, рассказал, что вот рекорд. И она... И потом что-то начинает какие-то уточняющие вопросы задавать. Ей интересно всегда, хотя немножко трудно, конечно, в терминах, да, немножко плавать в терминах, но ей всегда интересно, когда я рассказываю. И вот начинает уточняющие вопросы задавать, и я такой, ну... Можно было больше взять, можно было, там так я плохо, всегда так. Там я не добавился, тут я плохо закрылся, там что-то вообще херню какую-то сделал. Мне кажется, трейдеры, они все время, знаешь, это, ну, это жадность, скорее всего. Типа, наверное. Такой, ну, я мог бы и лучше отработать, наверное, мог бы больше, да, кинуть, мог бы больше вытащить в зеленке. Какая-то слишком излишняя самокритичность, да, да, какая-то, да, вот это стремление к идеальному, к идеальной. Как думаешь, сделке? Это плохо? И влияет ли это на что-то? Мне кажется, в моем случае это неплохо. Мне кажется, мне это позволяет... Не расслабляться. Прогрессировать, да, не расслабляться. Возможно, где-то кому-то это в какой-то гипертрофированной форме это будет вредно, возможно. Какой вид сделок преобладает в твоем торговом арсенале? Пробойные. Большая часть — это пробойные сделки по графику. Если в процентном выражении так разложить? Ну, процентов 70 пробойных сделок. Угу. Остальное – это скальпинг по стакану, проливы, прострелы, какие-то раздачки. То есть даже не отскоки? Отскоки вообще не торгую. Вообще? Раньше практиковал, ну, как бы раньше цеплялся за все, что видел. Вот крупная плотность, крупный айсберг, какой-то, может быть, лыжничок, а-ля, хотя лыжники я очень сложно понимаю, это такая для меня очень непостижимая какая-то. По герчику не пошло. Да, по герчику не пошло. Но... В большинстве своем эти сделки очень длинные в плане времени, и очень нужно много внимания этим сделкам, потому что ты стоишь, например, от плотности и ждешь, чтобы ее не съели. Надо отсопиться же вовремя. И со временем, когда особенно объемы уже подросли до нормальных размеров... Сложнее это сделать, да? Да, уже как бы... И найти ту плотность, от которой мой объем можно было бы грузануть, так, чтобы это было интересно, сложно. И сидеть вот 2-3 часа в надежде на отскок, смотря на эту плотность или на айсберг, ну, тоже такая себе история. Что для тебя хороший трейд? Хороший трейд? Ты в плане имеешь в виду именно тип сделки? А вот в каком плане ты понимаешь? В каком плане я понимаю? Что для тебя хороший трейд? Для меня хороший трейд? Для меня хороший трейд – это когда я нашел сделку по моим основаниям. То есть это будет, скорее всего, пробой на какого-то очень хорошего уровня дневного. Возможно, исторического. Возможно, исторического в идеале. Это идеальный трейд.
Также составляющая идеального хорошего трейда – это если я грузанул, если зашел таким объемом, что в сделке у меня немножечко потеют ладошки, что мне немножечко бьет адреналинчик. Вышел из зоны, да? Да, да, что если вот бьет адреналинчик, и да, я чувствую, что что-то уже, ну, либо близко к своему этому, к своим таким значениям крайним зоны комфорта, либо уже перешел эту зону комфорта, и когда она отработалась по целям. Да, потом постфактум эти цели могут быть уже какие-то казаться, блин. Потом кажется, да? Да, потом, блин, ну что это? Вот как я Сбер закрыл по 200, блин, ну что на 215 не дотянул? Ну, это уже такое. Поделись парой своих сделок, которые отработались от А до Я, так, как ты планировал, по тому сценарию, который запланировал. Это вот Сбер последний на дивидендах, когда вот объявили 25 рублей. По 180 он был, его да, объявили да, да. Там... Он там жестко улетел. Да. Я как раз именно в этот день я четко ждал. Мы там с моей командой в каком-то ТГ-канале увидели, что вроде бы официальной новости не было, что сегодня будет решение совета директоров. Но где-то какой-то слух ходил, и мы в каком-то телеграм-канале увидели, что вроде как сегодня ожидается. Хотя никаких официальных сообщений я потом специально просматривал, и мне многие потом писали, спрашивали, типа, а как откуда ты, откуда, почему ты ждал Сбер? Вот, потому что вот на этот слух мы как-то сориентировались и ожидали, что... Почему еще? Потому что там был жесткий премаркет. Там премаркет на пустом месте без новостей открылся что-то плюс 5%, по-моему, на жестких объемах. Или плюс 3%, но объемы были прям жесткие. Это инсайдерская такая да, штука, да, да, это было прям, это было прям явно видно, оно прям мозолило глаз, и тут еще этот слушок. И мы прям ждали чего-то такого. Мы ждали, поэтому я прям вот с мышки вообще руку не убирал, и всегда курсор был около Сбера. Как только увидел импульс, без новостей сразу залетел. Увидел новость, что 25 рублей еще залил все, что было. По графику быстренько, ну, там, пока там... Сколько было в лотах? Максимальный объем был 60 тысяч на Сбере. 60 тысяч лотов? Да. При стоимости 180? Да. 120 миллионов рублей? Наверное, не считал. В районе того получается, чуть больше 100 миллионов. Там немножко поволотило, естественно, новости, там оно немножко вкатило, потом обратно на хай вернулось, начало проторговываться. Вот когда уже успокоилось, я так оценил график, я немножко фундаментал интересуюсь немножечко, так, как оно все устроено, как оно работает. Понимаю, что 25 рублей – это прилично. Нужно мерить доходность в процентах, нужно сопоставлять эту доходность с ставкой ключевой, с депозитными ставками банковскими. Я это сопоставил, понял, что... Ну, вообще, в перспективе он должен рублей на 240-250 да, улететь. Да. Но я понимал, что, блин, через какие-то вкаты пойдет неизвестно, и сколько это по времени займет, я столько не высижу. У меня был опыт «Газпрома», когда я сидел там 20 дней, и это был такой нервозный опыт. Поэтому мне не хотелось. Я посмотрел по графику, ближайшее число 200, круглое. Я решил, что вот там, скорее всего, будет остановка точно. Да. И все. Это была пятница. Так как были выходные, а тут как бы у нас новости прилетают разные периодически, с там, зоны боевых действий, всякое может быть. Я опасаюсь, что за выходные что-то произойдет, я немножко подскинул до 50 тысяч на вечерке. Вечерка закрылась в хай, все как прям вот все как хотел. Прям как я себе визуализировал эту сделку, все так и отработалось. На вечерке я подскинул, перенес на понедельник, в понедельник увидел 200, по 200 закрыл. И все. Это вот прям сделка, которая отработалась от А до Я, как я планировал. Сколько получилось заработать с этой сделкой? Там получилось 7 с небольшим миллионов рублей. Угу. Так, еще каким-нибудь трейдом поделишься? Таким? Ну, прям их так-то много было. Из актуального? Из актуального. Да. Что последнее у тебя было такое интересное? Из актуального. Из актуального МОЭКС пробивал прям буквально на прошлой неделе. Там пробивал просто дневочку, хай пробивал. Без новости? Не помню цену, 125, по-моему, цена. Без новости, да. Причем там до этого были новости негативные, потому что маленькие дивиденды дали. Но сейчас рынок настолько неадекватный, я так понимаю, большая часть... Ну, это не я так понимаю, это 100%, большая часть на рынке сейчас физиков. Uh-huh. И я так думаю, из-за этого и такой рынок неадекватный. То есть пылесосится все, что можно, и разгоняется как неадекватно, иногда... Иногда новостям не соответствует. Сколько удалось туда кинуть, загрузить? В MOEX я 40 тысяч загрузил. Ничего себе, там достаточно. Да, там ликвидности мало, стакан. Да, загружал постепенно.
Начинал с рабочего, потом постепенно добавлял. А по каким целям вышел там? Вот там немножко, почему не могу ее в пример поставить, там немножко кривовато вышел. Там я вышел по 127 или 128, не помню. Там уже на вечерке в хай поставили плотность крупную, 20 тысяч. Я в нее основную часть закрыл, угу. А вот остаток 15 тысяч лотов я уже на вкате кривовато так скинул. Вот у меня вообще есть такая моя какая-то... Я не знаю, как это сказать, не привычка, а какая-то вот вредная моя такая сторона, что я не люблю на вкатах закрываться. Вот терпеть не могу на вкатах закрываться. А что делать, если вкат происходит? Вот я держу до нуля. Вот в большинстве моих случаев, если не дошло до цели, я как-то не сориентировался вовремя, не скинул, и пошел вкат, вот я не буду крыться, вот двуфера не буду крыться. Сколько в итоге получилось заработать? С Моекса? С Моекса. Ой, ну там немного, в районе миллиона, 1800. Слушай, загрызут. В смысле? Ну, нет, в смысле для такого объема. То есть на такой объем могла бы сделка и более эпичная. Но нет, там она такая была локальная. Очень хороший результат и супер движение. А по итогу-то она пошла дальше? После вката, да, немножечко пошла. Ну, то есть мне там пришлось бы пересиживать, это неприятно. На таком стакане, как Моекс, пересиживать нереально. Страшно. Одно дело сидеть на новостном Сбербанке, а другое дело на таком Моексе. А есть такой трейд, где ты загрузил, но по итогу произошла катастрофа? Да. Можешь поделиться? Именно катастрофа и произошла. Это был в прошлом году «Газпром». Ну, большинство, я думаю, кто смотреть будет, они знают. Я скидывал результат. Я думаю, не большинство. Да? Ну, да. Ну, ладно. Какая-то часть знает. В общем, осенью, даже помню, это было 30 сентября. Тогда, если кто помнит, была эпопея с «Газпромом» все лето. Да. Сначала дали дивы. Потом появилась эта штука с НДПИ непонятная, никто не просек фишку, и на ГОСа дивы отменили, там были полеты по 30%, потом снова дали дивы, и вот 30 сентября, по-моему, это ГОСа была, да? Должны были объявить дивы, по-моему. Должны были объявить, да, по-моему, одобрить или не одобрить. Насколько я тогда думал, я немножко так был заряжен, потому что предыдущие ситуации с газом я как-то не доработал. Вот эти именно там, когда отменяли дивы, я был в поездке, как-то отработал очень... Рынок остался тебе должен, да? Да, я посчитал, что мне как будто бы нужно это обратно отработать, как будто возместить упущенное. Я там еще и лосинул на той фигне, потому что как-то с ноутбука залетел, как-то в попыхах лосинулся, и что-то немножко я, короче, в обиде был на «Газпром» и думал, что он мне должен был вернуть. И почему-то... Сейчас Миллер слушает, смеется. Надеюсь, не слушает. Короче, ждал я почему-то очень бурной реакции, потому что мне казалось, что рынок закладывает, ну, опять, отмену. Я думал, что рынок не поверит и в очередной раз, что тогда кинули, и, скорее всего, сейчас кинут. Почему-то мне казалось, что как только на ГОСе скажут «да», одобрят, должен быть выстрел опять, как там, в начале лета. И, ну, там еще была немножечко такая предыстория. Я немножечко уже в тильте был, в таком небольшом. Из-за чего? Во-первых, это был сентябрь, я тогда... А, я понял. Я тогда уехал, был немножечко, вообще, не немножечко, а вообще не на своем рабочем месте, был с ноутбука, в таких условиях, совсем не рабочих условиях. И перед этим газом, перед 30 числом, я еще 3 дня торговал, или 2 дня. И каждый день по минус миллиону отторговал. Причем каждый из дней сначала был в плюсе, а потом по итогу закрывался в минус, ну, там плюс-минус лям. Там где-то было 700, где-то лям. В общем, такой уже был настрой, и это все еще больше подогревало меня к тому, что надо взять. 30-го надо взять. Все, газ... Компенсировать. Да, газ я вот сейчас как оседлаю, возьму, и все, и очень хотелось рекорд. У меня до этого была сделка по газу, тоже на дивидендах. Тогда я взял рекорд на нем, который у меня и сейчас до сих пор рекорд за сделку, а так и остался. Что за рекорд? 12 миллионов тогда я взял. Но тогда сидел долго, тогда вот 20 дней я сидел. По-моему, об этой сделке как раз-таки мы разговаривали с Ильнуром Мухаметяновым. Да? Да, обязательно посмотрите, кстати, его интервью, тоже интересно. Я смотрел, но не помню уже. Он там говорил тоже про «Газпром» и, по-моему, как раз-таки про эту ситуацию. Угу.
Ну, блин, «Газпром», он каждый квартал у нее что-то происходит. Да, да, «Газ» вот, вообще. Может быть, и не про эту. Ну, ладно, так. И вот все вместе так в кучу собралось, да. И хотелось как-то перебить результат, и хотелось прям вообще и залить максимально. И потому что вот почему-то, ну, было ожидание у меня какое-то, вот, какое-то сверхъестественное ожидание. Чуйка. Да, как будто бы, что там все, в космос. Меня в итоге все подвело. Даже для того, чтобы все взять вот максимально идеально, мы сидели, сайт Интерфакса, где сервер раскрытия информации, мы сидели, обновляли сайт, да, с моей командой и ждали, чтобы даже не в Телеграме увидеть новость, а чтобы максимально первыми увидеть новости в Интерфаксе. Там где-то лаг, где-то, может быть, до минуты доходить, пока из Интерфакса перепостят в Телегу. Интерфакс, кстати, не самый быстрый источник. Ну, да, я сейчас уже понимаю, что там тоже лаги бывают. Это самый проверенный источник, это да. Да, то есть там 100%. Но не самый быстрый. Но в итоге оказалось, во-первых, в тот день, если помнишь, там был слив в планку, ни на чем буквально. Тогда еще подумали, что новости, но я сидел, обновлял Интерфакс и в упор говорил, да нет там никаких новостей, это какой-то бред. Даже немножко пытался подобрать от планки. И там тоже была ситуация, что я тянул профит, закрыл в лося. Закрыл по акциям в лося. Именно поэтому я уже залезал не в акцию, а залезал во фьюч. И там еще была история на Сишке в этот же момент. Там Сишка как-то очень жестко улетала относительно спота валюты. Там прям жесткая раскорреляция была. Там Сишка, по-моему, две планки, что ли, прошла. И я в эту историю не лез, хотя там была более понятная ситуация. Потому что я боялся, что я там лосину и не возьму «Газпром» на фьюче. Да. И вот я вот на всем этом... что на газе я уже отлосился, до этого у меня были лоси, Сишку я сейчас пропустил, поэтому надо газ взять 100%, сижу, обновляю, и тут обновляю еще раз, и вижу, Интерфакс, вышла новость, в телеге еще не было. У меня там другой мой товарищ по команде залазит, быстро вычитывает, что да, одобрили, и я был первый, кто начал покупать фьюч. И у меня была уже заготовлена лимитка косарь, и я начинаю просто клацать косарями во фьюч. Наклацал 7 тысяч во фьюч. Выдавил его, я не знаю, тысячи на 2, на 3 пунктов, наверное. Ну, в общем, я видел зеленку 1000 пунктов в моменте на 7 тысяч лотов. Все, вроде все идет по плану, все здорово. 7 миллионов рублей. Да, это 7 миллионов. И я думал, что это только начало. Господи, сейчас она как ракета полетит еще на пару тысяч пунктов. Но вот как только я перестал покупать, и, видимо, остальные скальпера тоже перестали покупать, вот я эту тысячу зеленки увидел, смотрю снизу в стакане единички. Единички, 10 лотов, 100 лотов максимум. И все, и покупок нету. И это я сейчас описываю долго, а это за доли секунды все было. Блин, я могу это представить, понимаешь? Это очень не то вообще. Я вот уже на хаях, начинает немножко вкатывать, я понимаю, что дело дрянь. И я вроде бы верю еще в сделку, я понимаю, что она пойдет, скорее всего. Точнее, я думаю, что она пойдет, скорее всего. Но также я знаю, что в момент выхода новостей может и просадить, ну, как бы волатильность. И я думаю, блин, надо подскинуть. Начинаю скидывать косарями и, естественно, укатываю стакан в ноль. В краснянку. Охренеть. Да, в нуле у меня оставалось 5500 коней, все, что я успел скинуть. Это 1500. И на 5000 коней меня начинает тащить уже просто. Там стакан просто пустой, там, видимо, стопы начали срабатывать. И просто начинает дико утаскивать на 2000 пунктов лося. Я понимаю, что это уже точно морж по просадке. Но пока еще не понимаю, сколько, да? Да, я не понимаю. Я там не смотрел, не считал цифры. Понимаю, что там что-то такое колоссальное. Но мне-то казалось, что сейчас отработается. Нельзя допустить, чтобы меня высадили. Я беру 50 лотов, вбиваю объем 50 лотов и начинаю выкупать стакан. Просто у меня там где-то 2000 пунктов краснянки, и я начинаю выкупать стакан. Просто по рынку прям все, прям вот клацаю как бешеный. Мне кажется, я там еще 1000 коней накупил. Ну, может, поменьше. Выкупил где-то 1000 пунктов, и меня выстреливает морж по рынку. Просто... А у тебя какая просадка на фьючах? Тогда была 600 тысяч рублей. Дневная. 600 тысяч. Да. Отстопило меня по рынку... Слушай, ну здесь вообще, по-моему, все правила были нарушены вообще. Здесь все полетело в ад. Да, это действительно катастрофа. Это была прям... Это был прям вот финалочка. Прям вот
эпик. Последний гвоздь. Да, да, это самое такое, да. И ты поехал отдыхать. Да, и после этого я уехал. Там я закрыл минус 17 за тот день. Перебил свой рекорд. Но что меня порадовало, мне потом один друг пишет: блин, слушай, у меня просто до этого тоже там лось был рекордный, что-то около в районе 1,5 миллиона. И потом там были ребята, которые больше лосили. Ну, это такая шуточка была локальная, типа, что у кого больше лось, там, и все такое. И после этого мне, я скидываю скрин, и мне друг пишет: слушай, ну зато теперь этот рекорд точно никто не перебьет. Я такой: блин, есть плюсы. Какие-то плюсы есть. Слушай, ну это действительно друг, значит, потому что, видишь, он даже в такой ситуации нашел положительную сторону. Это точно. Да. Ну, кстати, сейчас уже перебили. Перебили уже? Да. Ну, там немножко такая ситуация, немножечко не рыночная была, ну, там по ошибке. По чьей ошибке? Ошибки трейдера или ошибки системы? Ошибки трейдера, да. Ошибки трейдера. Ошибки трейдера. Если мы не будем рассматривать вот такие экстра, типа суперприбыли, суперубыток, а вот в среднем твои сделки, какое в среднем соотношение риск-прибыль ты допускаешь в ситуациях? Вот знаешь, особо насчет риска-прибыли я особо не заморачиваюсь. Оно видно. Вообще насчет рисков не заморачиваюсь. Ну, я просто я не смотрю на соотношения. Раньше я жестко за этим следил, а потом я перестал. Почему перестал? Не знаю. Я вообще после какого-то объема, когда я перешагнул какой-то, вот я не знаю, там десятки тысяч лотов на, ну, условно, в Сбере, да, когда перешагнул этот объем, я как-то понял, что вот у меня объем стал варьироваться уже от ситуации, от моего ощущения, от стадии рынка. Ну, это скорее автоматизированная какая-то история. Да, это что-то на уровне, да, автоматизации. То есть я уже не меряю... То есть сделка может быть и риском на всю просадку, если я ее понимаю, если я в нее верю, если там все складывается, как я, ну, как по моему сценарию. Не связано ли это с тем, что сделок стало очень мало? Потому что ты... Ну, то есть ты можешь позволить себе совершить там условно одну сделку в день, да, но она будет с большим риском. Да, 100%. 100% с этим связано. То есть у тебя уже нет такого, что ты сидишь там и скальпишь, либо собираешь какую-то волатильность, либо берешь какой-то импульс на пробитие, а стараешься именно грузануть? От нечего делать можно. Можно зайти что-то поскальпить, там, какую-нибудь там локалочку пробить на 100 пунктиков. Там, от нечего делать — это такой продуктивный подход? Нет, нет, не продуктивно. Это просто, когда я, если я сижу весь день, например, ждешь какой-то новости или просто чувствуешь, что вроде как рынок интересный, но еще твоей ситуации нету. А тут какая-то локалочка подвернулась, тут какой-то работосик, какой-то проливчик. Ну, я так иногда суюсь, да, туда-сюда. Как начать загружать объем? Как к этому прийти? Потому что это такая психологическая тоже вещь, которой надо как-то прийти, научиться это делать. Вот это сложный для меня такой вопрос. Всегда, когда меня на трансляциях спрашивали, я так понял из этих вопросов, что для многих ребят рост объемов – это большая проблема. Да. А я этого искренне не понимаю, потому что у меня не было этой проблемы. У нас в чате есть такой прикол, что да, просто клик больше. Просто вбил объем побольше, и клацаешь, и все, а там будет, что будет. Но на самом деле у меня всегда... Ну, я думаю, не у меня, я думаю, сейчас ты тоже согласишься, я думаю, все согласятся, как минимум зарабатывающие трейдеры, что расширение зоны комфорта, она после, причем больше всего, она даже после каких-то больших лосей. Когда вот какой-то большой убыток получил, ты понимаешь, что это, ну, сначала, конечно, больно, неприятно, поплакал, а потом проходит время, и ты понимаешь, что, блин, ну нет, это не страшно. И от этого уже можешь чуть больше закинуть. Думаешь, ну вот сейчас этот убыток не страшен. Вот когда-то я боялся там типа миллион получить убыток за день. Потом раз вот так вот залился в рулета на Татнефти, не пошло, высадил на минус полторашечку. И я такой погоревал пару дней, а потом, да блин, ну не страшно же, ничего не случилось. Жизнь продолжается, да? Да? И потом, дальше. Раз я загрузил такой объем, ну чего бы нет, можно еще раз попробовать. А потом, когда получилось, думаешь, можно еще побольше попробовать. Я думаю, есть два подхода здесь к этому вопросу. То есть можно через убытки, и это, наверное, самый эффективный способ, когда ты прочувствовал боль. Да. А второй — это когда у тебя перед глазами есть пример.
того, да, кто это делает? Соревновательный элемент тоже очень влияет. Причем я вот знаю некоторых ребят, вот с кем общаемся, есть ребята, которые, ну, по крайней мере, может быть, повышают объемы, но не активно. То есть они более так консервативно торгуют, им ценнее вот это вот спокойствие, более такая стабильная какая-то equity и так далее. И они не понимают, вот мы общались там вот с некоторыми ребятами на эту тему, не понимают вот этой соревновательной части. Мол, как мне вот говорили, типа, ну какая тебе разница, сколько там кто зарабатывает, зачем типа вот пытаться опередить там его кого-то или по объемам, или по результатам. А вот у меня, например, есть какая-то вот эта соревновательная такая штука. У меня был момент, когда у меня мой ученик рекорд больше меня поставил в какой-то момент. И меня это прям подстегнуло. Я такой, ну как это так? Что это я сдаю позиции? Что за фигня? Как? Надо нагонять. И вот у меня раз, и новый виток какой-то пошел. То есть у меня постоянно было так. Скачок в объемах. Немножечко еще подрастаю, потом на комфортный уровень выхожу, и вот как-то вот он застой такой идет. Спокойно торгую одними и тем же объемами. Это самый оптимальный вариант. Да. Это так и надо делать. Потом я опять что-то происходит, либо это какой-то большой убыток, какое-то экстра-событие, либо это какой-то там новичок, который сделал больше тебя, или который вот-вот уже догонит, или это какой-то там топ-трейдер, который тоже показал, что можно и вот такие объемы кидать. И ты такой раз, снова виток. И вот у меня как-то вот так вот было постоянно. Каждый раз я вот что-то меня сподвигает двинуться дальше, и я стараюсь повысить объем. А что скажешь о наборе позиций в сделках? По какому принципу ты набираешь? Расскажи. Тоже такой вопросик... Распространенный. Момент, да, распространенный. И тоже со сложным ответом на него, потому что... нету какого-то единого правила, которое можно взять и применить, и чтобы вот каждый так взял и как по пунктам, да? Скопировал. Да, скопировал и начал, и у него все начало получаться, и все здорово. Ну, мы послушаем твою историю, а там уже каждый сделает выводы сам. У меня здесь от ситуации к ситуации, то есть в идеале, как мне бы хотелось, чтобы всегда так было, это когда есть перед уровнем основным, который я хочу пробить, есть какие-то локалки, на которые я начинаю набираться. Да. То есть я постепенно добавляю, причем иногда приходится скидывать эти добавки, но я очень не люблю этого делать, потому что потом эта локалка уже заколота, и снова в нее докидывать будет уже, ну, такое себя. А значит, уже упущена точка для добавки, а значит, придется там больше грузить, среднее будет хуже. Короче, не люблю добавки скидывать. Есть нюансы, да? Да, есть нюансы. Но там от ситуации к ситуации. Бывает такое, что как бы, да, стакан тебя вынудит все равно скинуть добавку, потому что ты понимаешь, что надо будет... Вот как на Моексе, например. Если на Моексе меня высаживали, я бы скидывал добавки, потому что там, если начнешь пересиживать, там будет очень больно. И вот на локалке я стараюсь добираться. Сначала захожу основным объемом, то есть мой рабочий какой-то условный. Потом, если основания сохраняются, если еще в стакане есть что-то, участник какой-нибудь там в ленте, участник в стакане, это вообще супер. Это вообще здорово, потому что на него можно ориентироваться, в него можно там отстопиться, ну и так далее. По нему можно еще добраться где-то даже без локалок. Если это... Ну, сейчас таких мало встречаю. Раньше, например, были там какие-нибудь перед уровнем айсберги начинали переставлять. Или какой-то спредовый робот включался. Ты видишь, что он держит цену, вот ниже какого-то уровня не опускает, от него раз добавился. То есть это техническая картинка с локальными какими-то... Да, со стаканными вот этими водными историями, да. А как вот если все-таки все же происходит сброс позиции добавленных пачек, как это происходит? Ну, стараюсь в ноль скидывать пачку. То есть, если добавленная условно там по 100, то да, импульс не прошел, вернулись к 100, и ты ее скидываешь. Но чаще всего, как у меня, так как я не люблю скидывать добавки, чаще всего происходит, что мы уже зашли за ту цену, где я добавил эту пачку. И когда уже становится совсем критично, я уже начинаю ее в минус скидывать. Mm. Но потом я уже стараюсь по стакану сориентироваться. Если ситуация того стоит, я стараюсь где-то там же попытаться как-то добраться по чуть-чуть, как-то хоть возместить как-то этот ущерб. Ну, в общем, это все очень, очень субъективно, очень ситуативно. Где-то ты просто вот котлету кинул. Тут нужен практический опыт, так не объяснить. Но я думаю, кто-то сделает для себя выводы. Давай вернемся в тему финансов.
А расскажи о диверсификации своего капитала. Она у тебя есть? Ну, сложно сказать. Наверное, в большей степени нет все-таки. То есть все яйца в одной корзине, это в трейдинге? Ну, у меня как? У меня супруга занимается бизнесом в реальном секторе. Это вот ее. Можно сказать, твое. Можно сказать, что наша семейная диверсификация такая. А лично мои доходы пока, да, полностью с рынка. То есть это крипта, Мосбиржа. А есть какой-то опыт в инвестировании или вообще по нулю? Все, что я пытался инвестировать, это все было очень похоже на спекуляции. И все равно сводилось к тому, что я спекулировал. Купил и продал. Да, да, да. В итоге у тебя не получается, да, так абстрагироваться от этого и просто положить? Пока нет. У меня долгое время была цель такая, я все ждал просто, ну, какого-то дна условного, да, кризиса. Но потом наступил 22-й год, и я как-то вообще расхотелось. Слушай, это частая проблема трейдеров именно. Да, да, мы хотим поймать, да, точку. Да, надо прям в самый вот внизу. А какой в этом смысл? Ну, то есть, чтобы ксануться что-то. Чтобы зеленочка типа это была или что? Да, что, лосятину что ли? Ну ты же покупаешь с целью там... Да понятно, понятно. Это просто не про инвестиции, это мышление спекулянта, да. Здесь, наверное, сложно. Планируешь в этом направлении как-то развиваться? Насчет планирую не могу сказать, но есть желание. Да, хотелось бы в перспективе к этому прийти. Какие отношения с криптовалютой? Натянутые. Почему? Ну, когда начался движ последний, да, последний альтсезон 21 года, начало, я очень долго сопротивлялся вообще крипте, потому что мамба хорошо шла, я все боялся, что если я сейчас начну распыляться, и в итоге ни там у меня не получится, что я вот, я не хотел полностью от мамбы отходить, но как бы не понимал, подумал, что если внимание свое рассредоточу, то все будет плохо. И как-то очень долго сопротивлялся, потом все-таки зашел, начал торговать, скальпить, были эти недели без сна. Но вот в начале этого года, когда рынок немножко встал уже, и в конце прошлого, были какие-то удачные сделки, так больше среднесрочные. То есть скальпить как-то мне не особо удавалось. Именно я как-то, насколько я так анализировал, я привык, что я мамбу, каждый инструмент чувствую, я практически его понимаю, какие примерные цели можно поставить, где вот уже можно выходить, где можно еще потянуть. На фундаментал там также ориентируюсь, где-то пытаюсь. А в крипте вот я как-то постоянно перетягиваю, вот когда начинаю скальпить, когда по стакану начинаю торговать, фичи особенно. Постоянно перетягиваю, постоянно где-то на лыжники какие-то потом начал попадаться. В общем, у меня тяжко так, с переменным успехом шла торговля. А в начале этого года, в январе, когда биток ни с того ни с сего слоев просто улетел мощно, я пропустил самый первый движ, залез уже, когда пошли все лыжники, и на этих лыжниках меня хорошенько отымели. Прям так бодренько. И я вот после января месяца закрыл там нормальный убыток, и я так подумал, что пока надо паузу взять мне с криптой. Ты в основном торговал фичи или спот? Я лез во фичи, да. По ощущениям, что лучше, легче дается? Спот или фичи? Да. Ну, на крипте спот попонятнее, конечно. Если по стакану, если стаканную торговлю брать, там попонятнее, поприятнее. Расскажи о каком-нибудь самом жестком факапе на криптовалюте. Что это было? Ну, там, на самом деле, жестких у меня не было. Прям таких жестких не было. Были ликвидации несколько штук, но там на небольшие счета, там, типа, по $1000, $2000. Такого, чего-то страшного не происходило? Нет, чего-то страшного. А что-то очень крутого, там получилось очень хорошо заработать? Тоже супер, каких-то результатов нету. Там у меня максимальный рекорд где-то около 20-ки за торговую сессию. Ну, нормально. Ну, хотелось бы больше. Всего лишь. Хотелось бы больше просто, как бы, есть на что ориентироваться, есть ребята с результатами. Ну, понятно, конечно. А, на твой взгляд, сильно отличается принцип торговли на криптовалюте и на мамбе? Нет. По-моему, вообще основные все фишки торговли, способы торговли, они везде одинаковые. То есть без разницы, что ты торгуешь фичи, валюту, акции, либо это будет крипта. В принципе, что фичи, что спот. Просто есть свои нюансики разные. Да, где-то там на тех же фичах сложнее стакан читается, на спотах полегче, но основные принципы, по-моему, одинаковые, абсолютно. Собираешься продолжать крипту? Да, мучить? Да, обязательно. Я просто
Я вот после января как понял, что это не мой рынок, и решил взять паузу. Жду просто своего рынка на крипте. Булрана? Ну, условного, да. Как думаешь, когда... Ну так, понятно, что не прогнозист, но тем не менее, как думаешь, когда у нас тут, так, по ощущениям? В этом плане я немножко пессимистичен. Думаешь, он не наступит? Не, ну мне просто я слышал некоторые такие отзывы, что вот-вот, буквально вот называли это чуть ли не начало булрана там, или вот в этом году. Мне кажется, все-таки, наверное, еще... Рановато, да? Да, годика полтора. 25-й. Может, да, 25-й, наверное, уже можно так более уверенно назвать. Может быть, конец 24-го, кто его знает. Ну, вот так вот. Так, чтобы, знаешь, чтобы не разочароваться, нужно не очаровываться, я так считаю. Вот это хорошо сказано. Давай немножко пофилософствуем. Почему у тебя получилось? Ой. Как ты думаешь? Ну, на самом деле, не конкретно таким образом вопрос я не ставил. Ну, просто я размышлял на тему, что должно быть, чтобы получилось. Я пришел к такому выводу, что должно быть желание. Должно быть просто какое-то неистовое желание, должны глаза гореть. Именно тебе должно очень... Вот приведу пример, да, я когда начинал, когда раскачивался, сейчас, конечно, другая история. Сейчас бы рынок не видеть иногда не хочется вообще. А поначалу, как только закрывалась сессия в пятницу, я уже сидел и ждал, блин, боже, когда же понедельник? Я просто не мог. Я все выходные просто вот весь как на иголках. Не мог я эти выходные. Я вот садился потом видосы пересматривать, чтобы хоть как-то приобщиться к рынку, чтобы тогда крипты не было, уж извините. Как девушка бы... такая, давай гулять, пойдем уже куда-нибудь. С этим тоже, да, проблемки всегда были. Меня куда-то вытащить. И, в общем, прямо и хотелось, во-первых, и добиться, и результат показать, заработать. И хотелось просто даже вот... стакан потрогать. Хотелось в очередной раз зайти очередную сделку, какую-нибудь другую классную сделку, найти еще ситуацию, еще. Хоть вроде как говорят, что... Это гэмблинг какой-то получается? Знаешь, такая... Ну, возможно, есть... да. Что-то из наркомании есть в этом. Наркомания есть, да, есть, да, такая, да, что-то в этом есть. Но мне кажется, без этого вот оно... Вот, если просто прийти сюда, типа, как на профессию, типа, вот сейчас я отучусь на трейдера и буду работать трейдером, зарабатывать. Может быть, что-то из этого и получится. Я тут не берусь утверждать, но, по-моему... Сверхрезультатов не добьешься без желания. Я с тобой согласен. Наверняка у тебя есть много успешных трейдеров в своем окружении. Замечал ли ты какие-то схожие психологические черты? Что вас объединяет, что вас, не знаю, можно так сказать, роднит? Честно говоря, не знаю. Мне кажется, такого чего-то общего не замечал. Фиг его знает. Нельзя выделить ничего. Ну, я, по крайней мере, ничего такого не выделял. Я бы мог сказать, не знаю, какое-нибудь условное спокойствие, да, уравновешенность, но я не стоял за ними, пока они торгуют, поэтому фиг знает, как там. У тебя, кто-то есть эмоциональный. У тебя же был опыт, да, работы в офисе. Да. И вот ты там видел каких-то успешных ребят, они схожи по чертам с тобой? Как они? Они эмоциональные, либо менее эмоциональные, чем ты? Может быть, они вообще... Ну, в целом, да, схожи. То есть примерно так же, примерно у нас одинаково было. То есть во время сделки, да, прут эмоции, когда сделка особенно. Когда какая-то ситуация очень интересная, да, прет адреналинчик, эмоции и всякое такое. И крики в офисе были, естественно, и всякое такое. Это нормально. А да, вне торговли... Тоже вроде спокойные все ребята. Не знаю, может быть, это... Я как-то не задумывался. В общем, не акцентировал на этом. Да, момент. Как-то... Как ты думаешь, есть какой-то пул паттернов или установок, выполняя которые, ты с большей вероятностью можешь добиться результатов, которые наметил? Это не говорит о том, что вот выполняя вот это, ты точно добьешься результата. А вот делая что-то, что тебе... Может, такого, чтобы гарантия результата, точно нету. Потому что здесь даже рядом с собой посади кого-нибудь, да. И пускай он даже будет вот делать один в один, что ты, пытаться делать, что ты. Пытаться что-то как-то перенимать, копировать. Все равно есть шанс, что у него вообще ничего не получится. У меня мама говорит, свои мозги не вставишь. Да. Поэтому да. Тут
Причем даже если два каких-нибудь топовых трейдера рядом посадить, и даже одну и ту же ситуацию, они даже по-разному отрабатывать ее будут. Потому что у каждого свой немножко взгляд, немножечко разный на ситуации, на рынок. Не знаю, честно говоря. Ну, это такие базовые вещи по типу, как соблюдай риски, уделяй максимальное время торговле, анализируй свою торговлю, никогда не вини, не скидывай вину на рынок всегда. Вот эта самокритичность, она должна быть, по-моему. Ну, по крайней мере, мне кажется, что мне она помогает. Потому что я могу, конечно, в моменте крыть рынок какими угодно словами и говорить, что это участник меня высадил. Но потом я остыну через день и уже начинаю понимать, ага, вот здесь вот я борщанул, здесь я не так зашел, здесь надо было раньше выйти, я вижу сразу ошибки. Ну, что-то такое, наверное. Соблюдать риски, анализировать, торговать в команде обязательно, фиксировать свою торговлю. То есть это либо журнал сделок, кому как удобно, просто мне не зашел журнал сделок. В целом штука полезная, я думаю. Либо записывать экран, либо и то, и другое, статистику какую-то вести. Слушать наставников. Слушать наставников, да, это 100%. Смотреть, если есть наставник, делать все, что он говорит. Вот вообще и не... смотреть правильный контент в YouTube. Это тоже, да. Тем более сейчас его вот так много. Вот завались. Да. Правда, еще отделить надо, конечно. Фильтровать. Да, да, да. Зная то, через что ты прошел уже, ты бы повторил? Да, однозначно. Хорошо, ты бы повторил, а ты бы мог, там, не знаю, брата своего сюда завести, либо там, не знаю, знакомую, вот подругу, с этим всегда жену, очень сложно у меня. То есть кого-то ты мог бы сюда вот сказать, что вот этим точно надо заниматься? Вообще никому, никому ни разу так не говорил, никогда сам инициативу в этом плане не проявлял. Потому что я понимаю, что вероятность того, что получится у человека, низкая, если не крайне низкая. А то, что он, возможно, рынок его захватит, и он какие-то годы своей жизни на это потратит впустую, такая вероятность есть. И она тоже не маленькая. И как бы советовать это человеку, я как бы всегда придерживался и придерживаюсь того, что вот если сами обратятся, тогда я максимально скажу, сделаю все, что от меня зависит. Ну, как бы сразу расставлю все точки, скажу... Что хорошо, что да, плохо. Да, что хорошо, что плохо. Сразу предупрежу о том, что результата может вообще не быть, о том, какой на это срок может уйти. У меня уже были такие истории. Особенно это пошло, когда начались какие-то большие покупки, там, по типу машины и всякое такого, когда уже вот люди видят, ощущают вот эти финансы, немножко потянулись, да, с вопросами, там, может, попробовать, как ты, что, подскажи и так далее. Есть такие у меня истории, но в этом плане я как бы вот не ручаюсь, типа, вот сейчас я тебя возьму и сделаю из тебя трейдера. Я за такое не берусь и, блин, мало ли в итоге еще... Как у него это, во что это выльется? Потому что я знаю очень такие грустные истории людей, которые сидят годами просто на просадке там 100 рублей, условно, на 1000 рублей, ничего с этого не зарабатывают, параллельно работают, и как бы, ну и зачем? Непонятно. Это просто уже в какой-то реально гэмблинг все превратилось. У нас новая рубрика, я не знаю, как ее назвать, поэтому предлагайте в комментариях, как ее обозвать. Будем смотреть рабочее пространство трейдера, в данном случае Стаса. Сейчас он нам расскажет, что у него есть, собственно, как он торгует, что торгует, где торгует. Расскажи, пожалуйста. Вот здесь торгую. Ну, вот, собственно. Вот и рассказали. Этот монитор у меня чисто под акции. Вот здесь все стаканы. Под стаканами 5-минутки графики, чисто для ориентации пространства. Здесь в основном акции. Там еще вкладочка есть, еще со стаканами. Ну, то есть стараюсь покрыть максимальное количество. На наших глазах сейчас 29 980, 30 тысяч бьет биток. Да. А мы тут снимаем. А мы с вами разговариваем в тот момент, когда пробиваются часовой хай. Будем надеяться, что будет закол и потом движение вниз, чтобы не было так обидно. То есть сверху у нас 5-минутки. Так, здесь у нас только акции. Есть вкладки отдельные? Да, есть вкладочки. Они тоже на этом рабочем пространстве? Да, 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 да. То есть там еще акции на вкладке. Здесь немножечко там неликвидных валют всяких, там типа турецкой лиры. Что за мониторы?
Так, чтобы понимать. Это LG, ну, конкретное название могу потом скинуть, не помню, 5К формат. Укажем. Как тебе комфортно с таким маленьким разрешением? Да, 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 да. Мне по кайфу. Ну, то есть, я знаю, ребята подходили, некоторые смотрели, когда я в офисе сидел, для них это было, типа, тяжело. Выколи глаз, да. Мне нормально, мне прям нравится. Долго привыкал? Вообще нет, прям в первый же день. У меня до этого 4К-шные были, там тоже было не сильно крупно. Но здесь помельче, но я все равно быстро привык. А здесь на этом... На этом мониторе у меня здесь он приспособлен еще под крипту. Вот здесь вот C-Scalp теоретически открыт должен быть, но сейчас он у меня в закрытом доступе. А здесь у меня фичи валюты. То есть сишечка, ришечка, еврик, юань вместе со спотами. Так, на третьем мониторе что у тебя? Это просто для браузера, для ютубчика, для вот там TradingView, для всяких таких вещей. Типа там зайти куда-нибудь в личный кабинет, всякое такое. Свободный монитор отдельный. Фильмы, сериалы. Фильмы, да, тоже можно. Но если надо прям находиться у рынка, то есть если там какая-то новость ожидаешь или просто. Там. В общем, монитор для развлечений. Да, такой дополнительный. Но если здесь открыть C-Scalp, то здесь будут графики, соответственно, под крипту. А трейдинга? Да, TradingView. Так, здесь у нас что? А этот монитор здесь под новости, здесь Telegram, от Quick'а новостное окошко, там интерфакс. Здесь поводырь Mamba. Ну, это будильник у меня такой стоит для всяких, для клирингов, чтобы не пропустить. И, собственно, терминал SmartX, который я для Mamba использую, для графиков. 100% будут вопросы, какие новостные источники ты используешь. Телеграм-каналы обычные, типа Market Tweets, там, сигналы РЦБ, чего вот еще, давай просто посмотрим. Ну там ForkLock, ну это всякие по крипте, это шляпа. Trading News Bot еще есть, он такой платный, но он там стоит копейки, что-то там 3000 в год. Он с Интерфакса копирует новости. Ну типа иногда быстрее, чем Market Tweets, но на самом деле не всегда. Ну такой, иногда быстрее приходит и как бы и себя окупает там одна какая-нибудь новость. Бывает полезно. Да, бывает полезно. Ну что там, РДВ еще всякие, которые всякую шляпу постят. В основном, самые ходовые это... А зачем ты подписан на РДВ? Они иногда разгоняют всякий неликвид. Они прям откровенно разгоняют. И иногда можно на них посматривать и кое-где отрабатывать. Где-то эксплуатировать своих целях. Да. Ну я прям, если кто в теме более-менее понимает, в рынке, там видно по их постам, что они заранее затаривают бумагу, а потом начинают ее пампить. Иногда прям откровенно какие-то вбросы делают, которые потом оказываются... туфтой. Такое было. С Сургутом было такое. Даже Сургут они разгоняли мощно. А не ликвиды, так вообще там в путь дорогу. Надо заняться этим каналом, да? РДВ и сигналы РЦБ это тоже их канал, но они маскируются, что типа это не они, на самом деле это тоже их канал. Откуда такая информация? А там видно, там тоже это палец, когда ты за ними год наблюдаешь, видно, что они постоянно репостят себе. А, друг друга, да? Да. Рекламируют. Да, да. Ну вот и все, собственно. И тут всякая шляпа по типа там ликвидации этого Binance, ну, я вообще даже не открываю эти каналы, на самом деле. Так, эти мониторы, это что у нас, просто LG? Это LG 4K-шные, да, мониторы. Тоже, ну, не из такой же серии, но они, короче, там, плюс-минус. Они одинаковые, вот они под один стиль, там, белый. Но это 4K, ниже 5K. Две стойки, обычная мышка, ничего особенного. Да, типа это SteelSeries, по-моему, какая-то обычная. Я даже не знаю, что это. Ну, короче, ничего такого. Просто легкая, удобная мышка. Что за клавиатура такая необычная? Razer. Какая-то светящаяся. Это, по-моему, Razer, да. Razer механическая клава. Ну, то есть, классная, тактильная. Ну, мне нравится. Удобные нажатия, четкие. То есть, исключены какие-то шальные нажатия по кнопкам. Микрофон для... Это HyperX. HyperX для... Ну, он тоже такой классический, да, для стримов. Ну, в Discord, соответственно, сижу тоже с ним. Так-то я пользовался вообще такой фигней за 200 рублей, такой вот он, торчащий микрофон. Но для стримов, да, купил, потому что все жаловались, что плохой звук. Ну, а по характеристикам системного блока, я думаю, мы... Вот сейчас вы увидите у себя на экранах, какие характеристики ПК, и сделаете какие-то выводы. Да, ПК собирался вот именно этот в конце 2020 года, по-моему. Так, то есть ему уже почти 3 года? Нет, вот слушай, я вру, наверное. 2,5. Может быть, в 21-м собирал. Ну ладно, я сейчас... Ну, 20-й, 21-й где-то так. Ну, он, ну да, ему пару-тройку лет, да. Как ты его оцениваешь? Он, то есть, тащит, тянет, все хватает. Хорошо. Сейчас хватает.
А ты занимаешься какими-то сторонними там проектами, там, не знаю, видеомонтажом, нет, может быть, нет, или нет. Чем-то под еще? Видео я здесь слабую видюху брал, чисто чтобы 4 выхода под Моники было. Угу. Ну, такую средненькую видюху взял, я даже не помню. То есть только торговля? Да. Если что-то более серьезное делать такое, там, с графикой связанное, здесь он точно не потянет. Даже для игр, мне кажется, для некоторых он не потянет. Ну, я не играю на компе просто, поэтому мне нет надобности. Давай поговорим немного о психологии. Эмоциональные ямы. Тебе приходилось терять большие суммы, ты уже озвучил их. Как справляться с этим? Тут, наверное, у каждого свой рецепт. Мне... На самом деле, я быстро отхожу достаточно. Но иногда это... Иногда вот это кажется. Иногда, то есть это какая-то видимость того, кажется, что вроде отошел, начинаешь торговать, понимаешь, что все-таки какая-то тильтуха, она присутствует. И мне в этом случае помогает отдых, то есть максимально абстрагироваться от рынка, уехать желательно в какую-нибудь красивую страну хорошую, отдохнуть, повялиться, даже скорее какой-то такой, что-то более активное поделать, там, походить, поизучать новые места, природу посмотреть, вот. То есть для меня вот отдых, немножечко вот обнулиться, так скажем, да, то есть все мысли вот эти выгнать, чтобы подойти к торговле в следующий раз уже без мысли, что мне надо отбиваться. А получается ли так? Вот смотри, ты, допустим, не всегда. Ты потерял большую сумму, тем более, что у тебя, я так понимаю, был какой-то затяжной тильт, и вот этот финальный гвоздь в крышку в виде «Газпрома». И ты только потом поехал отдыхать, вернулся. Вернулся ли ты обнуленным? Не до конца. Что-то я сомневаюсь. Вот это произошло, получается, ну, грубо говоря, конец сентября, да, начало ноября. Начал торговать я в январе только, в следующий раз сел за компьютер. И весь январь эта торговля, она была как раз-таки такая, так сказать, входила в рынок. Пассивная, да? Ну, то есть там мало что получалось, и вот этот отпечаток, он все-таки был. То есть все равно мысли эти приходили. И вот только спустя месяц отпустило как-то полностью. То есть я как-то вот переключился, что ну все. То есть у тебя вот эта история произошла, давай возьмем октябрь, пусть это, ну, конец сентября, да, получается. Да. Октябрь, ноябрь, декабрь. Ну, январь, это 3 месяца я отдыхал. Да, январь ты начал входить. Начал торговать. То есть вот 4 месяца потребовалось для того, чтобы вернуться в колею. Да. Ну и там еще рынок подсобил, как бы там активность была. Если бы рынок был стоящий, фиг его знает, сколько ушло бы времени. Сколько длился твой самый длинный безденежный период? Был ли такой? Безденежный период? Да. Ты имеешь в виду, когда в тренинге не зарабатывал? Да, когда просто не получалось вытаскивать оттуда. Ну, не берем вот эти 4 месяца, когда ты не трогал его вообще. Угу. Ну, это только вот начало пути, когда вот первые 2 года вообще ничего с тренинга не зарабатывал, да? Потом какую-то копейку, а потом тоже получается в районе 1,5 лет, ну, я раскачивал депошку. То есть, а потом, когда уже раскачался, уже находясь в лайте, уже таких периодов не было. Угу. Уже, то есть, ну, были, конечно, там, ну, парочку убыточных месяцев, но они никак не сказывались. Ну, то есть были все-таки такие, ну, как бы, для период может быть и недельный, да, то есть там, ну, пару недель, там, три недели, это, конечно, месяц. Такие, то есть... конечно, были. Недельные 100% были и не раз, а так, чтобы прям вот в убытке месяц, ну, таких прям вот я помню 2, ну, может быть, 3 с 2019 года. А как, чем мотивироваться, если не получается зарабатывать долгое время? Ты вот упомянул, что есть ребята, которые торгуют очень давно, и у них не получается, вот как и стоит ли мотивироваться? Ну, мне кажется, если, во-первых, если есть желание, это первый пункт, если есть тяга к рынку, ты понимаешь, что вот точно, это то, что, чем ты хочешь заниматься. И тот образ жизни, который тебе придется вести, это тоже твое, если ты это понимаешь. И второе, все-таки спустя какой-то период, условно год-полтора, должны быть какие-то результаты. То есть все-таки что-то, ты должен видеть, что что-то у тебя получается. Если год-два, ну, прям вообще на месте, то тут уже стоит призадуматься, мне кажется. Сейчас еще
обучение стало... Мы, кстати, вот об этом, да, говорили, что обучение, оно стало настолько... Как его обозначить-то? Концентрированным, что ли? То есть вся... Каким-то как будто более эффективным. Более эффективным, да. То есть сейчас результаты ребята показывают значительно быстрее, нежели мы получали их. И, не знаю, спустя какой-то год или два, мне кажется, еще быстрее это будет происходить. Возможно. То есть если не получается, там, не знаю, года два, то, наверное, уже и... Ну, я бы призадумался. И если, да, бы, если бы мне попался... Задуматься точно нужно. Если мне попался такой трейдер, я бы ему точно сказал, что, блин, ну, точно подумай. Ты что-то не то делаешь. Да, ты вот 100% делаешь что-то не то, потому что за два года хоть какой-то результат, динамика должна быть. То есть я вот, когда раскачивался, и со мной в команде там были тоже некоторые трейдеры, бывало такое, что типа вот у кого-то там получается чуть лучше, у кого-то по цифрам чуть, ну, меньше, да, там, может быть, в два раза меньше. Но я всегда говорил, ребята, ну, не меряй цифрами, у него объемы больше, он торгует больше, ну, чуть подольше тебя торгует, ты меряй динамикой. Вот главное, чтобы динамика была. Вот если она есть, положительная динамика, то все будет. Главное дальше там... Долби в одну точку, как бы все правила соблюдай. И увеличивай объемы. Да. А если вот спустя два года динамики нету, то здесь надо 100% задуматься. Либо уже пойти реально на обучение, если вдруг самостоятельно обучаешься. Либо переквалифицироваться. Да, квалифицироваться. Если представить чашу весов, вот эйфория победы и гнет поражения, это равновесные величины, на твой взгляд? У меня эйфория от положительных сделок больше, чем гнет от отрицательных. Нет, я имею в виду вот эмоционально, то есть твоя эйфория от того, что вот ты заработал, она как-то проявляется, то есть ты прям радуешься или типа заработал или не заработал? На самом деле, ну нет, это эйфория, она в процессе сделки, когда ты уже закрываешь, ты уже примерно, ты уже понимаешь все, к чему все пришло. Вот когда закрыл и такой, ну окей. Ну, типа, ну, здорово. Но гнет поражения, к сожалению... Гнет поражения, да, он какое-то время длится. Да, наверное, все-таки, да. Накопительный эффект. Просто эмоции положительные, они поярче. Они все-таки в моменте, они такие более яркие, взрывные. Если бы ты мог изменить какое-то одно свое торговое решение в прошлом, что бы это было? Торговое решение, наверное, ну, тут напрашивается и «Газпром». Ну, наверное, да, но мне кажется, там нереально было что-то изменить. Вот о чем я действительно сожалею. Все-таки «Газпром» — это был такой урок, очень хороший урок. И, возможно, если бы не в тот момент, возможно, он настал бы позже и, может быть, даже более плачевно было бы. Какие выводы ты сделал из этого? Выводы такие, что... Во-первых, следить за состоянием своим. Если ты не в своей привычной обстановке, не в рабочей обстановке, то есть нужно сразу это подмечать, нужно понимать, что возможны какие-то проявления, да, нездоровые в торговле, возможно, какие-то тильты. Если чувствуешь, что нагнетаются эмоции там, за какой-то период, там, несколько дней, надо, наверное, как-то все-таки отойти от компании, немножечко выпустить пар. Потому что когда пар так скапливается под крышкой, и уже в какой-то момент вот рванет. Вот, наверное, какие-то такие, я более такие философские какие-то умозаключения для себя сделал. Так-то по сделке там все понятно, просто превысил дикий объем на очень пустом стакане, такого делать просто нельзя. Но там ошибка не эта, ошибка была... Но именно... при этом у тебя был еще перед этим затяжной тильт. Да, ну, там, да. Какие-то, ну, там три дня там, да, получается. Да. Все-таки немножко такой накопительный. То есть там проблема вот именно в этом была, в эмоциональном состоянии. В эмоциональном таком вообще, то он расшатанный. Не кидать объем в эмоциональном состоянии. Да, да, четко вот пытаться чувствовать себя, стараться это делать, да, может быть, не всегда это получится, но стараться на этом акцентироваться. Если чувствуешь что-то не то, лучше вот как-то отстраниться. А что бы я изменил, вот о чем я действительно так прям сожалею, что бы я поменял, я бы в крипту запрыгнул пораньше. С этим я очень промахнулся. Это прям меня немножко так гложило какое-то время. Там весь 21-й год. Стас, есть трейдеры, с которыми ты коммуницируешь на постоянной основе, или ты торгуешь строго в одиночестве?
Нет, в команде торгую, да, на постоянной основе. А много у вас трейдеров там? Нет, сейчас мы втроем торгуем. Это какая-то команда, которая сформировалась давным-давно, и ну, вы да, да. следуете да, по этому? Да, с этими людьми давно знаком. Как эта команда сформировалась? Ну, случайным образом. В 2019 году, когда в Light пришел, я понимал, что мне нужна команда 100%, начал как-то организовывать, писать во всякие дискорды, в чаты. Собралось какое-то количество людей, потом многие отсеялись, осталась там команда, там у нас было человек 5-7. Эти трейдеры, они твоего уровня или кто-то выше, кто-то ниже как-то, плюс-минус? Ну, там разного уровня были, да, трейдеры. Не, именно сейчас, которые три человека. А, которые сейчас? Ну, я думаю, ну, может быть, чуть ниже моего уровня по объемам. А так, очень хорошие трейдеры. Тоже достаточно результативные, да? Да, да, да. Причем стабильные. В Самаре много трейдеров? Раньше были, сейчас. Ну, сейчас парочку есть, наверное, да. У тебя не было в планах организовать это как-то, чтобы был офис, там, заняться наставничеством молодых? Как-то вот собрать всех в одном месте? Пока что нет. Пока что, когда мне приходили эти мысли, мне как-то, меня это отталкивает. А что тебя отталкивает? Что тебе неорганично? Ну, вот это постоянная коммуникация, получается, вот эта офлайн-коммуникация с людьми. Нужно будет... мне очень нравится из дома работать. Нужно будет работать из офиса. Куда-то выходить. Организационные моменты вот эти, это тоже не совсем по моей части. Не, может быть, у меня это и получится нормально, но не совсем то, чем я хотел бы заниматься, наверное. Но не исключаю, что в будущем, возможно, приду к этому. Какие плюсы и минусы ты бы выделил в работе с командой, в команде? Ну, практически все это плюсы, да. Из минусов разве что, наверное, не просто найти именно людей, которые тебе близки по духу, ведь мы же не просто роботы приходим, мы торгуем, мы только озвучиваем ситуации. Важно, чтобы вы еще как-то сходились эмоционально там, на таком уровне. Наверное, только если в этом минус, что сложно подобрать таких людей, сходу вот так вот найти. Uh-huh. А так, в целом, меня в команде вообще все устраивает. У нас все четко. Все смотрят за рынком, озвучивают ситуации. Там, если кому-то надо отойти, отошел, надо что-то в чат написали, все. Ну смотри, у тебя достаточно большие объемы, и вы, соответственно, ребята тоже подтягиваются, если они там чуть ниже. То есть они тоже пытаются грузить. Вам хватает ликвидности на мамбе? Ликвидности хватает 100%. Насчет того, что пытаются грузить, я иногда заставляю, ну не то заставляю, а уговариваю, говорю, давай побольше, давай грузись. Ну если мы рассмотрим вот эту ситуацию на Моэксе, вот ты загрузил, там, напомни, сколько? 40 тысяч. 40 тысяч лотов. И как бы если еще кто-то загрузит, 40 и еще 40, ну то есть... Ну да, ну ребята там 40 не грузят, и есть у нас такие шутеечки ходят, что типа, ты давай предупреждай, когда крыться начнешь, ну, чтобы мы заранее такое, да. вышли, да, и всякое такое. Ну мы больше угораем на этот счет. Иногда бывает, да, там, когда в разбор плотности залетаем. Слушай, мне кажется, они не угорают. Это ну, я угораю. Бывает, когда в разбор плотности залетаем, и что-то там кто-то подкинул ситуацию, типа, вот там на сишке, там, типа, двушка стоит на локалке. Я такой, о, отлично, раз двушку съел, и там ребята не успели. Из актуального. Мы недавно отрабатывали ситуацию на Гидро, Русгидро. Там было пробитие годового хая, там четырехлетнего хая. Да, там тоже ликвидность такая. Там ужасная ликвидность. И вот, соответственно, там я загрузился, ребята загрузились, там половина... У нас была планерка, половина пропа загрузилась туда. Вот, ну и, соответственно, пока я там свои 1020 закрою, там сразу да, проливается... Фронт-ран начинается и все. И не, я к тому, что трейдеры... Они, ну, не шутят, когда говорят, что, типа, предупреждай, потому что там половина в компании похоронила. Там пацанов просто по просадке это размазало. Ну, короче, ликвидности я бы не сказал, что ее там много. Поэтому если у вас команда, которая грузит, то это проблема. Ну, нас трое, в принципе, нам хватает. Так сильно никто больше не грузит особо. Угу. У тебя есть какое-нибудь хобби, чему ты уделяешь время, помимо торговли? Ну вот с этим особого какого-то такого хобби нету. Физическое, как минимум, нужна какая-то активность, потому что с таким родом деятельности.
по здоровью просадки идут, конечно, убытки по здоровью. Вот, и нужна активность, а какого-то такого хобби нету. А так лень. И лень, моя лень, она, конечно, жестко перебарывает. Пока что она побеждает. Опиши свой типичный рабочий день. Как он выглядит? Проснулся, умылся, позавтракал. Ну, либо иногда завтракаю прям во время открытия, там, когда как повезет. Сажусь минут за 30, наверное, за комп. Иногда за 15 минут. Что-то мельком просматриваю, какие-то новости, какие-то бумажки, которые там, актуальные уровни, которые были. С командой сразу в Discord заходим, сразу обсуждаем, что смотрим на открытии. Все, стартует открытие. Если день активный, то я весь день торгую. Вечером, соответственно, закрываются торги, там в зависимости от того, есть поза или нет, еще вечерку смотрю. Соответственно, если переношу позу, то, соответственно, вечерку тоже приходится сидеть, наблюдать за позой. А так, в основном, после основной сессии ухожу, ужинаю, там смотрим с женой сериалы, фильмы. Иногда гулять выходим. Последний рывок, он трудный саммит. Цитата. Ее сказал Билл Липшутс. Если бы большинство трейдеров научились сидеть сложа руки в 50% случаев, они бы заработали намного больше денег. Два вопроса. Ты за собой замечаешь переторгованность? Либо замечал переторгованность? Да, да. Бывало. Это не то, что моя какая-то проблема длительная, но да, бывают моменты, когда переторговываешь. Как от этого избавиться? Я просто себе говорю стоп. То есть в какой-то момент, там, спустя день, второй, третий, как вижу... подметить эту переторгованность? То есть начинаются убытки? Она на результате сказывается, да. Это по-любому будет сказываться. Ты видишь, ты в конце дня выжатый как лимон, видишь, что потратил много сил, а выхлопа очень мало, либо он вообще минусовой. И начинаешь анализировать, делать выводы, что вот надо уменьшить. Из этого второй вопрос. Как найти вот эту золотую середину, когда стоит участвовать в рынке, а когда не стоит участвовать? Когда лучше... Ты вот, кстати, упомянул, что иногда не хочется подходить к терминалу. Вот как распознать вот это? То есть нет настроения, либо... Ну, у меня, да, у меня это как-то по настроению, по своему ощущению. То есть я вот посмотрел пару дней на рынок, вижу, что он вялый, что меня не устраивает. Ну, и я не буду стараться лезть. Я могу вообще в следующие дни не подходить к компу. Могу просто открытие глянуть и уйти. Но что-то да выстреливает все равно каждый день. Да, потом что-нибудь выстрелит, ты это пропустил, думаешь, блин, вот зараза, как всегда специально. В следующий раз подойду, думаешь, в следующий день сидишь, опять все тухло, вяло. Куда-то попробовал, что-то раз лысинул, ушел. Но опять же, видишь, у тебя есть такая возможность. То есть у тебя есть какой-то капитал, который ты... Да. Ну, ты думаешь, что можешь позволить себе не сидеть целый день? Да, могу не заморачиваться. Получится, не получится, торганул, не торганул. Могу не... Единственное, что как бы фома, если только появится, это вот единственный минус. А фома же тоже может сказаться вот на твоем эмоциональном состоянии. Может, может. Короче, ты еще тоже в поиске этой золотой середины, когда стоит, а когда не стоит. Ну, как бы мне кажется, я эту середину в целом уловил. Просто моментами бывает, выхожу немножечко за грани, да. Иногда бывает, немножечко меня разбалтывает. Но в целом какая-то вот такая середина есть, как мне кажется. Может быть, я ошибаюсь. То есть с высоты опыта ты можешь понять для себя, что стоит сегодня участвовать? Да, это просто как-то на опыте. Просто понимаешь, что ну вот в это я не хочу лезть, и все. Причем рынок даже может двигаться. Более-менее как-то двигаться, там у меня в команде сидят парни, что-то где-то там взяли, тут взяли, что-то пишут, что вот тут это вот вроде что-то подходит. А я посмотрел, ну, уровень, ну, не такой идеальный, как мне хотелось бы, все, не хочу, все. Какое-то внутреннее ощущение, что ну не то, не моя ситуация. Потом смотришь, блин, пошло. Ну, ладно, как бы, ну и ладно. Если прям вот я по собственной воле сказал, что это не мое, не хочется, не лезу, меня особо фома не это... Если я пропустил по какой-то случайности, как-то вот отошел или отъехал, ну, что-то такое там, отвлекся, и что-то произошло, особенно если этого ждал, вот тогда уже фомит, конечно, бывает. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, было интересно и полезно. Ставьте свой трейдерский лайк, пишите комментарии в комментариях, кого бы вы хотели видеть еще. И всем хорошего трейда. Стас, спасибо. Спасибо.